Серёг, какой же пароль? ПЭОШЕ, нахуй, сука, блядь, ха-ха! Даро. Ебать, мышечная, бля, молекула, бля, жирная, блядь. Протеиновый, бля, кабачок, нахуй. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Пошел нахуй, блядь. Сука ёбная, ёбаная, блядь. Ха-ха! Ноль зрителей, блядь. Всё, скатился, ребят, блядь. Ой, ребята, блядь. Ой! На мне кодовый замок. Какой же пароль? Пошел нахуй, блядь. Сука ёбная. Пароль неверный. Дару. Ноль зрителей, скатился, блядь. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Сука ёбная. Дару. Привет, крутые смайлы. Спасибо, Just Nair, спасибо большое, блядь. Это еще не все, блядь, а только загрузили, блядь. Там, ну, типа, пок, чам, блядь, ебать. Вот такой, блядь. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Пошел нахуй, блядь. Они лучше так. На мне кодовый пароль. Ой, блядь, замок. Какой же пароль? BOLCHELL. Сейчас побреюсь, 2 секунды. На мне кодовый замок. Какой же пароль, блядь? PSHELNEAHEUE. Какой же пароль? Пароль ебучий. О, как приятно, блядь. Это то же самое, что дрочить с этим шампунем. Главное, не с ментоловым, ребята. Не повторяйте ошибок, блядь. Слушайте. Бля, весь сперми всего обкончали, ребят. Весь ротик, бля, в спермоте находится. Одну секунду. Ой, блядь, вообще другое дело, нахуй. Здорово! Даро. Пароль хуй в жопе. Ха-ха! Смайл охуенный. Там еще скоро завезут вообще балдежные. Станислав там творил. Куда там Станислав, бля? У него еще сперма, бля, прозрачная, бля, как озеро Байкал, ебаный сыр, бля. Бля, ебать, я прекрасный, нахуй. Хуй ужасный, бля. 3 волоса на бороде сбрил. Да, сбрил, блядь, и чё, нахуй? Если я буду лысый, у меня будет на голове 3 волоса, я их тоже буду брить, ебаный сыр. Не имеет значения, сколько, блядь. У меня очень густая борода, блядь. Тестостероновый, блядь, орангутанг я, блядь. Мне вообще похуй. Какой же пароль? POSHELNEAHEUE. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Отсоси мне член. Бля, ну типа, на мне кодовый замок. Какой же пароль? ВРОТЕ ЕБЯ ЕБЛ.
Все нормально, а с первой вещи там, блядь, отряхнулся. Бля, ребят, ну типа, на мне кодовый замок. Какой же пароль? ПОШЕЛ НАХЭУЕ ХА-ХА. Ну типа, блядь, ну типа, на мне кодовый... А, бля, усы забыл забрить, ёбаный соус. Блядь, на мне кодовый замок. Какой же пароль? Нехихуя ты, блядь, Д-алба-айоб. Ха-ха. Здорово. Нахуй усы, бля, я ебал в рот усы, бля. Я сру себе в трусы, бля. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Нихуя ты, блядь, сука, чмошник, ёпт. Я те ебе, я вере отъебу. Бля, ну, мне, типа, всегда была интересна одна вещь. Ну, типа, на мне кодовый замок. Какой же пароль, блядь? ПОШЕЛ НАХЭУЕ. Сиськи присылала. Кто? Вот. У него. Ёб твою, кто ты, кому ты сиськи? Тебе? И что там, что-то увидел, бля? Ну я, знаешь, я вначале купил. Бля, вовремя ты размутил. Зарк, ты тут? Пиздец. Да. Такая хуйня произошла, типа. Ну типа, на мне кодовый замок. Какой же пароль? Зарк, пошел нахуй, блядь. Слав, а что за волосики у тебя от шапки твоей? Они уже все, она у тебя уже... Она уже, блядь, ну видишь, типа, ну вот мне Nike больше всего заходит повязка, я честно говорю. Но она уже, блядь, такая пожилая, я ее в рот ебал. Так по ней видно-то, что она грязненькая. Ну есть такая хуйня. Твоя жопа. Бля, братанчик, я тебя в рот ебал, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Ладно, извини. Вечер. Здравствуйте. Вечер. Алексей Пчелкин? Да, здравствуйте. Бзз. Алексей Пчелкин! Бзз. Да. У меня проблема, Алексей. А, ламба? Нет. Или фера? Фера? Да нет же, блядь! А какая? На мне кодовый замок. Какой же пароль? Алексей, пошел нахуй, блядь! Алексей! На мне кодовый замок. Какой же пароль? Какой же пароль? Алые косей, Д-О-Л-Б-А-Ёб. А вот хуй. Слава, ты болеешь чем-то? Нет. Ладно. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Не ебрею я яйца, сука, блять. Слышь, как тебе насчет... Идея того, чтобы тебе не только бороду брить на стриме, но и яйца тоже. Бля, балдежная хуйня, знаешь, прям так ноги закинуть, чтобы яйца больше казались, камеру снизу поставить, вот так снизу, блядь, и начали просто их задревать. А за яйца, интересно, если чисто яйцо вывели, могут забанить? Да. Не, дядь, яйцо полки. Бля, если одно, братанчик, не, конечно, нет, бля, в смысле, я сразу голыми яйцами по улице гоняю, бля, какая нахуй? Яйца — это интимная зона? Какая нахуй? Не-не-не. Да не-не, ты чё, какие яйца интимная зона, бля, братанчик? Я всегда с голыми яйцами на улице, бля. Девчонок яйца возбуждают вообще чисто так? Ну, твои нет. А так, тебе нравятся яйца? О, за что? Просил Зарка. Нравится. Зарк, нравится, когда... Ей нравится, нравится. Ну, то, что... Да при чем тут я-то вообще? Зарк. Мне Атаха рассказывал, что он любит, когда я на лоб яйца паркую, бля. У него от этого остались вот такие следы даже вмятины, бля. Неправда, неправда. Это подставка, у него подъичник называется, бля, на лбу, нахуй. Лоб? Ну да, подъичник.
Под яичник, так и запишем. Неправда. Под яичник, блять. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Давай, тебе когда-то делают, а ты, аха. Яйца прикольные. Да, мне говорили, знаешь, типа, когда боксировали, так, знаешь, как в спортзале, знаешь, такая хуйня, которая висит, типа, говорит, ебать, у тебя яйца прикольные. Я говорю, на мне кодовый замок. Какой же пароль? Яйца. Блять. Мы готовы? Нет. Легко. Пока нет. Но мы в процессе, блядь. Тогда я подсеиваюсь. Бля, ну типа. На пару хвилин. Блять, ну просто типа, я что хотел сказать? То, что на мне кодовый замок. Какой же пароль? Вот такой, блять. Вот такой вот и пароль, блять. Залетай, ДС. Так, сейчас соберу всех. Так, кого еще не позвал? Оп! Мизантроп. Какой же пароль? Какой же пароль? Какой же пароль, блядь? Какой же пароль? Хэллоуитее, бы я в жопу. О, диван. Алло, да-да-да. У меня пиздец сейчас проблема. Какая? На мне кодовый замок. Какой же пароль? Вот, 1, 2, 1, 2, 3. Д-И-М-Э-Ан, Д-А-Л-Б-Ё-Б. Вау, осуждаю, осуждаю. Наверное. Я зараз вернусь, окей? А? Зачекай хвилину, будь ласка, я зараз прийду, візьму щось. А, будь ласка, да? Конечно, слой, конечно. Будь ласка, блядь. А, будь ласка, да? А да, как... будь ласка, блядь, Злой, а как будет? Мы тебя ждем, мы тобі. Не зрозумів, телепень, блядь, що я верзанув тільки що. Не зрозумів. Не зрозумів. Алло. Чи тобі пояснити, може на французьку? Бля, будь ласка, завалі єбальніч! На українському, Ебать. Как будет подождем, злой? Доброго О, ранку, сколько тобі годин? 9? Чи 9? Зачекайте, хлопці. Зачекайте, будь ласка. Зачекайте, это что, подождем? Да, это подождем. Нет, Алексей, давайте на вашем канале будем, блядь, переводить слово подождем, блядь. А знаешь, как подрезал будет. Не я знаю, ты говорил мне тогда на стриме, блядь. Не надо, блядь. Ебать, Слава тогда охуел. Слава, а знаешь, как подарок на украинский? Да я знаю, блядь, там буква вот почему-то на истика меняется, блядь. Подарок, все понял, да. Блять, да ну нахуй! Подарок прям настолько жестко будет. Подожди, подарунок. Подарунок! Подарунок! Подарунок, хлопцы! Слава, зробиш мені подарунок на мене? Блять, будь ласка, завали пизду чела, бля, хлопчик, блять. На мій день народження зробиш мені? А? На мій день народження подарунок зробиш мені? День родження? День народження. День Роджера, блять. Блять. Порвало нахуй. Нихуя тебя с дня Роджера, бро. Нормальный день обычного Роджера, блять. Что ты, блять, пиздец. Бля, будь ласков, блять, отсоси мою колбаску, блять. Алексей. Боковой апперкот. Слава, купи PS4, давай UFC зарежем. Ну пятую уже надо брать. А, ну да, ноябрь скоро. Да ты тренируйся, дядь, потому что ты Сосёшь. Я тебе отвечаю, в UFC, бля, лучше меня никого нахуй нет, я тебе серьезно говорю. Дядь, ты пососешь чистой твоей повязкой, я буду вытирать твои губы. Бля, Бартанчик, ты, блядь, мои губы UFC, будешь вытирать дядь. Своим членом, блядь, понял? Свой пенис я буду. Нет, ты будешь мои губы, блядь, своим хуем будешь вытирать, давай, понял? Пиздина. Ты будешь, блядь, ты мои губы пиздина. Своим хуем вытирать, понял, блядь? Я твой хуй так отсосу, блядь. Пожалуй, хорошая идея. Я тебе так отсосу, ты охуешь, головастик, блядь. Это я тебе отсосу. Не, слышь, ты да, закрой ебало, это я тебя сосну, так ты охуешь, блядь, а глаза так закатятся, блядь. Ты их будешь искать, блядь, в коробке, блядь. Пылесос, блядь. Сосюн 2000 нахуй. У тебя не пылесос, блядь. Вместо пыли у тебя члены, блядь. Че? Ребята, у вас какой-то диалог неадекватный, будьте попроще. Зары, блядь, в твоем балконе мир осознания немножко уже, чем кажется, понимаешь, блядь? Нихуя пиздануло, так ты всех заготовил, Зар, блядь. Зар, будь ласка, блядь, завали пиздачело, блядь, гнойная шлюха. Будь ласка, да. Базару Зира. Будь ласка, блядь, шалава, блядь, шабула, блядь. Зара, вернусь, хлопцы, я не могу видеть вид компьютера, будь ласка, зачекайте, я иду. Бля, будь ласка, блядь, завалите пиздаки нахуй себе, будь ласка, естественно, блядь. Создавай. Зара, хлопцы, зачекайте. Создавай. А где все-то, блядь, 8, так, да, а, какого же, блядь? Все, давай. Заходи, ДС. О, Авдеевич здесь? А всё, понял. Авдеевич здесь, настроения хорошего не будет, блядь. Пиздевич нет, здесь, блядь. Я сегодня уже играл, я нашел с ней общий язык. Общий язык? Точнее, ее язык, это твой общий член, блядь. Чё скажешь? А? Че ты там спизданул сейчас?
Авдеич, давай не пизди лысину, блядь. Хуяного ебона. А, кстати, слышишь, Авдеич, у меня проблема жесткая. Сможешь помочь? Какая? Если ректальная, то да. Не-не-не, не ректальная. Просто типа такая тема, что нам не кодовый замок. Какой же пароль? АВДЕИЧП. Ошла нахуй! Суки баная! Вот так, блядь. Не-не-не, не такой пароль, блядь. Слушай, пароль хороший, мне понравился. Подожди. На мне кодовый замок. Какой же пароль, блядь? Какой же пароль? Какой же пароль, блядь? Какой же пароль? Блядь, какой же пароль, блядь? Какой же пароль? Блядь, ёбаный рот! Блядь, дурка просто. Ёбаный. Не, ну просто на самом деле такая тема, что... На мне кодовый замок. Да, блядь! Какой же пароль, блядь? Откуда это вообще взялось? Да хуй его знает. Откуда? Кто, что? Это из песни ЛСП. А песня как называется? На мне кодовый замок. Какой же пароль, блядь? Так и называется. Алексей Д.О.Л.Э. Байоб. Слушай, это какое-то неуважение к Алексею сейчас. Да это полнейшее уважение. Раньше на вы, на вы, Алексей. Здравствуйте. Хорошо, извиняюсь, блядь, на мне кодовый замок. Какой же пароль, блядь? Алексей, вы долбоёб. Так лучше, блядь? Получше, но все равно надо поработать немножечко еще. Хорошо, хорошо. Алексей, вы уебан. Предыдущий раз лучше было. Хорошо, дам блядь. Тебе в анал надо было продолжить. Ну это уж тебе надо, блядь, Алексей, так продолжать, нахуй, что ему в анал даже, блядь. Окей, блядь, understand, блядь, будь ласка, блядь. Understand? Будь ласка, блядь, я залупа, ебать, лохматая, блядь, конопатая, блядь. Так, слушай, не надо там с Алексеем. Блядь, слушай, я тебе так скажу, где подруга, там, блядь. Где там Димочка Ликс? Я заявку хочу. Димочка Ликс, знаешь где? ВПИЗГЕ. Пока Артур не слышит. Ликс, а вы завтра летите? Какие усы, блядь? Катя, блядь, я уже сблился усики, блядь, и пробовал струсики, блядь, исчез нахуй. Какой же пароль, блядь? КАТЕАВОЗИ МИВРОТ. Блядь, будь ласка, блядь. Будь ласка. Какой же салатик вкусный, ребят. Давайте начинаем. Пароль неверный. А какой же пароль тогда? Пароль заркуёбок! Извинись. Ты извинись, блядь. Извини. Долой трусы, свободу письки, блядь. Создали? А? Создали? А? Два, создал или нет? Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Пароль! А ты чё орёшь? Шо ты, блядь, задолбоёб, что ты вылупился, блядь, зичка, блядь, скорлупу прорезал, блядь. Своим хуем тоненьким, блядь. Пиздюк зарки-зарки, блядь. Нормально въебал? Я? Да, ты, блядь, пиздюк, блядь. А, это реально ты была, Авдеич? Ты была? Ёб твою, блядь, господи, какая мразь, блядь, какая шлюха, блядь. Какая мерзость ебаная, господи, блядь. Какая же, блядь, гниль, нахуй. Да, спасибо. Пароль неверный. А какой же тогда пароль? Да хуй его знает! КАТЕЯ! Перенеси пожрать! Кать, сделай поесть, пожалуйста. На мне кодовый замок. Какой же пароль, блядь? А хуй его знает, блядь. Бля, все, Катюха ЧСВ, это пиздец. Че, вообще создалась, да? Я ей 5 раз чатик. Кааааааль! Похуй, блядь. Кааааааль! Вообще похуй, блядь. Похуй, блядь. Кааааааааль! А ты как-то ЧСВ, блядь. Когда ты еще хавать попросил, она написала пароль неверный. На туре, блядь? Да. А вы еще знали, что типа, на мне кодовый замок. Какой же пароль? Я пришла уносить по фактам. ВАДЕЯ! Отсоси ты мне! Я пришла разносить по фактам. Я не видела, я стримила, честно. Какой же охуенный микрофон, Вадь? Ты точно хочешь звать? А у тебя, Слав, неверный пароль по поводу Катюха пожрать. Так, что еще я сказала? Хочу сказать... Сбри усы, таракан! Какой таракан, ебать? Ты же любишь, как касаем усатые, бля, как я тебе пиздятнику щекочу, блядь. Ну они до вечера вырастут. Таракан, это ССК.
Какой я нахуй таракан, блядь? Я, блядь, суспензия мышечная, блядь. Субстанция, блядь, огроменная, блядь. Ебать, я поднабрал нахуй, я их лечь, блядь. Сейчас, Вадим, сейчас я тебе скажу точно ответ, ладно? Потому что у меня... Я хотела за паспортом съездить, я, походу, опять не успела. Да я слышу тебя, Слав, что ты орёшь? Блин, забыла, да. Слав, да не ори, я с тобой в Дискорде. Мне так эхо. Чё ты рюмка орёшь? Я стрим знать пить буду, ты не против, брат? А, блядь, типа, я не знаю. Вы создадите комнату? А как кто умеет создавать? Просто типа, а ну, умничка, смотри, как все вышло, то что... На мне кодовый замок, ой, пароль. Давай, да, с нами замок. Какой же пароль? Ой, блядь, крыса, сука, блядь! Я буду стрим снайпить, мне понравится. Артур, ты не против? Я заявочку хочу там отправить, быть женой Дмитрия Ликса. Чего? Куда, блядь? Ой, быть женой Дмитрия Ликса, блядь, дело. А ты сможешь его хуй-то оседлать, слышишь, наездница, блядь? Ты сможешь на хуй Ликса упасть, блядь? Я могу создать по правилам нормально. На словах-то вы все можете, блядь, отсосать Ликсу. А кто на деле, блядь? Я. Да что ты, блядь? Только ты, Слава, походу. Ну я-то, естественно, блядь, мне даже речь нет. Я нормально сосу, блядь, за щеку не беру, только так хрустит залупа его, блядь, рыхлая, блядь. У него как начисто залупа, понимаешь, блядь, такая же, блядь, приятная, особенно как в соус, блядь, сырный макаешь, блядь, такое удовольствие, блядь. Диман, ты тут? На мне кодовый замок. Какой же пароль? СТА-РЫХУЙ. Пароль верный. Пароль верный, блядь, конечно. Это сейчас вы моего друга хотите подъебать, что ли? Нет, у друга мы не хотим, блядь, потому что нет друзей, блядь, долбоёб. Лучше иметь друга, чем друг друга. Да что за хуйня? Лучше иметь Авдеич, чем кого попало. Плюс секс, походу. Получается, можно заявку не отправлять уже, да? Да, блядь, Диман, ты вообще представляешь, что ты одеешь, ребят, что ты за волосы ее сыпающие себе берешь? Дима, это моя дырка, куда летим, блядь? А вы на лаву? Вам надо разобраться, слышишь? Да места по это дело на всех хватит, там такая пещера, блядь, там можно, слышишь, блядь, троих устраивать. Походу забронировали уже. Ребят, я скинул код в этот, в Африке. Тебя же там нет. Кота, кота не трожь, крыса ебаная, блядь. Меня Илюха, давай. Блять, надо Илюху выгонять за такую хуйню. Бля, мы с Артуром в отдельной комнате. Пароль никто не полите только, бля, ебаная пупа ваша, блядь. Хорошо. Я блядь, постараюсь. Просто, я не знаю. Сейчас скин строителя у меня поставился, у меня другой был. Во. Просто прикол в том, что типа, на мне кодовый замок. Какой же пароль? Хм. Здорово. ЗДАРОВА МЭАРК УЁБОК. А на сколько? 10. Привет. Нас 10. Благодаря тебе осталось 10, Марк. Я тебя искренне поздравляю. Добро пожаловать, бля, в клуб маленьких хуёв, блядь. Хотя вы являетесь его основателем, блядь. Привет. После того, как с недавних пор вас начали беспокоить головные боли, вы это позабыли, блядь. Похоже, чуть-чуть на сюжет острова, знаешь. Где пароль? Знаешь, как, знаешь, Марк, ты вообще знаешь, какое... Сейчас я попытаюсь процитировать величайшего. Знаешь, какое животное прыгает выше всех, блядь? Я? Знаешь, Марк? Какое, какое? Киска Елены Зимбаевой. Блин, ты что, я сразу не доверяю, блядь, Славе, это пиздец. Да, не доверяешь, блядь, а может быть нахуй пойдешь? Нет. А? Нам не кодовый замок. Какой же пароль? ГЕН СУХА ШЕЛЮХА. Слав! Наташа, ты играла хоть раз? Да, вчера играла, блядь. Ну, игрой ты не назовешь, блядь, ебали, блядь, в каждую щель, блядь, просто молчи на семье, ебать. Как играть, но... Ну ладно. Это у меня скин красивый. А какой пароль, который скин спермы, бля? Да. Ты что, гонишь? Посмотри, какой он идеальный. У тебя скин спермы. Ну посмотри, это идеальный цвет. У тебя ошибка в никнейме, Генсуха. Реально, это идеальный цвет. У меня ошибка в никнейме на Твиче, блядь. А тут наоборот оригинал, блядь. Генсука, блядь. Генсука ебаная, блядь. Ебать, шапка натянула, слышь, гондонку, блядь. Как у Ленса на макушке, блядь, такая. Ну чего ты обзываешь? На мне кодовый. А че я зеленая? Я хочу быть красненькой. Кто не последний не зашел, друзья? Будь ласка. Я розненькая. Лорд Гузлик зашел? Уебок это. Да. Ой, извиняюсь тогда. А какой никнейм у вас, Лорд Гузлик? А что злой голый, я не понял. Ему злой голый. Он с Авдеичем играет, блядь. Он может голышом себе позволить пробежаться, блядь. Кто не зашел? Кто не зашел, блядь? Кто, блядь? Диман, нари на него. Кто этот подонок? А, Вадя не зашел. Здорово! Ты что, ебанулся? Вадя зашел. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Это его не КСЛ. НЕАХУ. Ты не смотрел сегодня этот стрим, Читбан? А я сториз записываю, братан. Да, балдежный стрим был, да? Ребят, поток вещания запущено. Банворд. Ребят, поток вещания запущено, блядь. Ты это видел? Собрал
просто конченых уёбков, блядь. А может быть ты уёбище ебаный, блядь. А может быть ты, блядь, маркотскому, блядь, пиздюк сраный, блядь. Ебучий, блядь, гнильная сука, блядь. Так вот, ребят, о чем я остановился, ребят. Залетайте, всех ожидаю, ребят, на потоковом вещании, блядь. Будет нихуя не весело, блядь, потому что я просто буду всех нахуй уничтожать в нолик, ебать, срать им на пояснице, блядь. Слав, короче, пожалуйста, только не меня первую, если умоляю, вы будете трейдером бустера ебашьте, чтобы он не поиграл, блядь. Да. Пожусь первый, блядь. Никто не ходите с бустером, чтобы трейдер не умер. Подожди, подожди. Нам нужен плюс или нет? Финаргой готов залетать прямо сейчас. Сава. Какого? Слот есть или нет? Да! Да, есть, конечно. Вай, только слышишь такой... Вай, вопрос к тебе есть. Что? Какой же пароль? На мне кодовый замок. Какой же пароль? КОКОС. Отсоси мне хуй! Вань, привет. Пароль неверный, блядь. Пароль неверный. А какой же пароль тогда? Привет, Вань, привет, Вань. Ванёк, здорово. Здорово, строго. Вань, привет. Ванёк, дай в горячую картошку. Вы RTX включили в игре? RTX RTX? Да. А что дает? RTX? Ну, графика трёхмерная. Как это сделать? Графон! Настройки, графон! Графон! Не, ну типа нас мультяшка. Шурупом, блядь! Трехмерно вращается. Шурупом, блядь! Скажи, Диман, так. Это надо. Диман, позови его как следует, блядь. Артур, привет. На мне кодовый замок. Меня слышно, блядь? Слышно, слышно, Артур. У ты с оси, а Артур. Пароль, а пароль где сейчас? Где пароль, где пароль? Я в конфуз кинул, в Африке. Блять, а кодовый замок есть у тебя? Тебе надо? Кого? Кодовый замок? Мне кодовый замок. Шурпатов, ВК чек. Да какой Шурпатов, завались! Шурпатов, блять! Шурпатов. Сыночек, блять! Шурпатов, ты! Шурпатов! Шурупов! Шурупов! Захожу, пока. Давай, братан. Ты отъебан. Бля, слышишь, пизначал все завали, бля, гнойная, блядь. Бах, ты отъебан. Алло, выдор ебучая, бля, енот полоску на бить пизду, бля. Прополоскай, ебать, все, половые, блядь, свои области, блядь. Ротовые, точнее, блядь. Отъебан. Ну и половые тоже можно, блядь, так сказать. В придачу, блядь. Стартуй, уебище зашло, стартуй. Авдеич, запускай. Че за бустер, блядь? Че за уебок, блядь? Я не так. Подожди, не запускай. Не запускай. Что? Погоди. О, пошел нахуй, бустер, блядь. Уёбок, блядь. Уёбок, блядь. Свобода Леонтьеву, блядь. Мы Леонтьев, блядь. Еще он зашел, еще раз зашел. Уёбок, блядь, имени, блядь. Запускай, Авдеич. Хорошо. Запомните, я цветочка, не верьте этому уёбку, блядь. Блядь, я теперь каждый раз буду напрягаться, как будто, знаешь, кто-то будет нажимать кнопку и говорить, это бустер, блядь. Это бустер. Да что же я сделал-то, блядь. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Я буду бегать за B-U-C-T-R-U-E-B-A-N. Все. Руль неверный. Я буду бегать за арком. А какой же пароль тогда? Че вы орете? Ладно, не буду бегать за арком. Замутились, блядь, уёбки. Замутились нахуй. Спасибо. Бля, вы че, долбоёбы? У вас 3 бустера нахуй. 3 бустера, блядь. Вы че, ёбнулись, блядь? Ну, с 2 бустерами, блядь. А давайте все будем бустерами. А как понимать, какой из бустеров будет? А вот так интереснее, блядь. Просто, знаешь, нажимается кнопка. Бустер убил, блядь. Ебать, бустер сдох. А это Ваня, да, получается? А что? Ты чё, охуел, придурок, нахуй? Сын говна, приходи, ебало свой, завали нахуй. Говнарь ебаный, я выбежал налево, бустер стоял строго со мной. Нихуя не вижу, света нет, блядь, я вижу только свои ебаные педали. Завали ебало, старость, нахуй, пока живая, блядь. Алло, рухлядь, нахуй. Это бустер, уёбок. Каким славой, из 3 разработки. Я нихуя ещё не делал. Поднимаю за пол, руки нахуй. Смотрю, и сын говна тут, как тут убегает. Рассказываю. Побежал с центра, увидел 3 дебилов нахуй с одним ником. Включил звук, на вас напиздел, пробежал чуть-чуть левее, выключился свет. Вижу только свои педали, никого не вижу. Включается свет, блядь, и долбоёб старый на меня нахуй орёт. Да, это Ваня! Это Ваня! Давай, Вадя. Я бежал. Это не Вадя. Вадя, зачем избавился давай. От бустера? Это не Вадя. Это бустер, блядь. А где кто бустер? Вы за Вадю голосуете? Ты чё, бустер, да. Блядь? Я за скип голосую. Голосуйте. Нахуй, такую хуйню. Вы убили, вы чё, прикалываетесь? Нахера вы голосуете? Да. Его не кикнули, всё хорошо. Ясно, Ваня, ты играешь. Будешь жить. В пизду иди бустер, нахуй. А помнишь, когда я вчера, блядь, он в конце прощальную речь сказал, я ему поверил немного. Всё, давайте не говорить. Всё, давайте не говорить. Оп, что, разобрались пошел синяки, блядь. Пиздак.
пизду свой, звони, вы, звони, блядь. Звони, точнее, прошу, выблядь, блядь. Сыночки. Отсоси, блядь, но не мне. Не мне. Да вообще никому не соси, кому нахуй нужна твоя, блядь, челюсть, блядь, пиранья, блядь. Товарищ, сука, тухлая. Шлюха, блядь. Я не понял, блядь, у нас минута общения свободного или что? Ребят. Ебальники, завалите свои нахуй. Вот тогда, блядь. Вот так, блядь, пизду откусили, блядь. О, двоих уебали. Ребят, это значит, что кто моего будущего бывшего убил? Не, будущего бывшего. Будущего бывшего. Блядь, пусть скажет Ликс. Потому что, честно, ну, было сомнение по подавателю из-за цвета, да? Ну, там было вот, либо оранжевый, либо коричневый, но я нагнал по привычке. Бля, давай, ребят, правда, может, значит, просто скажем... По какой объясню, привычке бля, меня ребят, с вами честно, даже честно, не честно, было? Честно, блядь, честно, да скажи хуйло, блядь! Я весь раунд сейчас стоял с Вадей, он стоял у кнопки. Весь раунд. Сейчас 2 кила. Все, это Авдеич, значит, потому что там... Авдеич, выгоняем нахуй! Нахуй, Авдеич! Авдеич, топим! Все, топим Авдеич! Лик стопит во всех подряд, блядь! Вообще похуй! Кикер на Авдеич, по фану! И теперь меня слышит! Кикер на Авдеич! Меня с вами даже не было! Авдеич, все. Алло! Нет, нахуй! Бля, нахуй! Я вот смотри, бустера, а блядь, бастат, бустера! Это, блядь, Ликс! А. Не в тебя, блядь! Тогда извини, блядь, сука, ёбаная, блядь! Марк, ты в кого? Я в Авдеич! Алло, нас 7 человек! Зарка! Крикнула! Зарка! Кто голосовал за Зарка? Блядь, сравняйте! Сравняйте! Голосуйте в Ликса, мы равняем, иначе мы проиграем сейчас! Мы равняем! Меня не было с вами! Меня с вами не было! Я, Авдеич, я! Где... кто Ликс? Я Ликс, синий, бустер. Синий, темный. Синий. Я Ликс, бустер, бля. Бустер, бля. Какой ты бустер, Алексей, голосуй в темно-синего, и мы равняем, все. Да, нахуй против Ликса, долбоеба этого ебаного. Да, Вадя, я тебя задефал, ты ровный. Иди нахуй, ничего не сделал, ты единственный, ты на меня пиздел. Мы въебали игру. Ребят, я в этой игре бегаю с бустером, блядь, то есть с Ликсом, с уебком, блядь. Если я вдруг окачу, так нахуй ты-то здесь сралась, блядь. Бегайте со мной, ради бога. Совней, что ты бегайте, блядь. Его кикнули, брат. Мы все проиграли. Ну и тогда похуй, я с бустером бегаю, все, если меня убивать, это пиздец. Так ты бустер, как ты с ним бегаешь. Я с ним бегаю, я Леонтьев. Хорошо. Так он задание выполняет, блин. Че ты долбоёб? Хуйлушка, блядь, ёбаная, блядь, подтаскушка, блядь. Че? Одна секунда осталась? Для меня все стало предельно ясно, понятно, блядь, это уебан Ликс. Чего? Нет, подожди, кого чего? Убили? Никого не убили. Я кислород вырубил, вы ровните что ли, блядь, на 3 да? секунды? Да, Слав, подожди. Блядь. Он говорит не, кислород. Не, это не Ликс, зять, подожди, а он ну, с нами кто? Бегал, но он сами, мы вместе все бегали, это не ну, он. Ну это мы не так бегали, что прям вместе-вместе, давай, понимаешь? Я в Ликса голосую, я говорю. Алло, нас, я выключил кислород на второй секунде, вы чего? Хорошо, скип, ладно. Скип, а нахуй вообще кнопку нажал? Давай не пизди, блядь, в избежание инцидентов, блядь. Какого нахуй инцидента, блядь? Блядь, которому крайне плохо сказаться на командном духе, блядь. Диман даже не дефает, всем похуй. Диману поебать не вообще, дефает, нахуй. Я сказал, что он пришел на караже, блядь. У шлюх был, да? Я спас вас, вы бы сейчас проиграли. Спас он нас, блядь. Слышь, свинопас, блядь. Иди, блядь, паси свиней. Меня отъебут сейчас, блядь. Нам не кодовый замок. Какой же пуль? Уебан Алексей, блядь.
Медовый пиздобол, так, блядь. Это сын говна. Да, стой. Конечно, это сын говна. А я только что делал задание в самом левом низу. Что ты скажешь на это? Стоп, Дим, Дим, ну ты реально... Задание сделал ты, да? Серьезно? Да, не, Дима, да. Охуел, я грун, слева взял задание, чтобы была вот такую кучку повернуть, чтобы она совпала с ними. Мы бежали втроем. Сын говна побежал налево, когда раунд начался. Я за ним, Слава за мной, потому что Слава за мной пока ты бегает. Дальше мы прибежали в камеры, офается свет. Я бегаю, смотрю, чтобы был Слава и сын говна. Короче, в итоге, естественно, нихуя не вижу. Я побежал через свет. Я прибегаю на свет. Труп Славы. Сын говна был, ну, последнего, кого видел, сын говна, он был с нами же внизу. Я за не забыл. Ребят, Диман, мне даже не хочется что-то пробовать. Ну, типа, ты настолько хуево пиздишь, что это просто забей, блядь. Погоди, ну, выключился, значит, свет, ребят, ну... я побежал в самый низ, я забыл, влево. Делать где задание, мне надо где было был? Марк, отпустить где большую Марк, где такую был? Хуйню, а, я чтобы был самбо... центральную. Ча. Я был сам поправ по метеоритам, Алексей, стрелял Алексей, в этой игре. Даже если это Марк, то я готов проиграть. Стоп. Диману точно нет. Алексей, где-то я в медицине выполнял квест. Это 100% Диман, потому что он сделал на меня с самого начала, хотя я ничего не сделал. Что такое? Квест ты выполнял. А кто такое? А почему я не был в медицине, когда я туда забегал? А когда ты был в медицине, стой, когда я там был? Дим, в начале? Да. Дим, мы 40 секунд бегали. Алексей был справа, потому что когда я шел ебашить метеориты, он побежал направо, да. А, мы выиграли, кстати. Ваня, ты ливнул? Да, все, ну, Вай! Выиграли. Вай! Да, его кикнул. Его кикнуло из игры. Бля, Лёш, ну ты же видел, что я видел, что ты направо побежал. Если мы не проиграли, то это, слышишь, если сейчас будет игра дальше, значит это Алексей. Я красный, Марк. Ну, я тоже, но я почему ты не... Бля, я в Алексея еще проголосовал. Ну мы въебали, потому что нас еще ёбнет. Нас двое осталось, трое. Ну да, есть такое. Попробуй убежать, чтобы нас не ёбнул. Давай. Ой! А, да? Это ёбаный медовый, это медовый пиздобол, блядь! Вылетело, меня кикнуло, я 3-3, блядь, сделала, пиздец! Это медовый пиздобол говняный, блядь! За что меня кикнуло? Алексей лучше, блядь, лучше, смените Алексей. Нахуй никнейм из бустера, блядь, либо все бустеры! Тебя кикнуло, потому что нахуй тебя! Да, поменяй сникет, это не вдич! Нахуй тебя, Зарк, ты в меня голосовал. Такую просышь, блядь, и бустеры уёбки, блядь. И что, нельзя? Нет. Ой, нам некуда, вы больше замуж. Не голосуй. Не-не-не. Не-не-не, Зарк. Витя, спасибо тебе большое, спасибо тебе, Лунники, спасибо тебе, Сладенький, спасибо тебе, моя прелесть, блядь. Да подождите, давайте заключим договор с трейтерами. Не убивайте меня, пожалуйста, первым. Убивайте Зарка первым, пожалуйста. Пиздах затяни. Зарка первым. Блядь, хватит быть бустерами. Кто бустер? Вы бустеры. Почему блядь, вы можете ники не ставить одинаковые, блядь? Разные ники. Вадя, ты будешь играть или нет? Диман. Хорошо, сейчас. Вить, спасибо тебе, мой сладенький, мой самый вкусный хуй, блядь. Диман, знаешь, что сделай? Посмаковать, как чебапчич, блядь, знаешь? Поставь никнейм синий. Волшебное озеро Байкал. Или желтый. Артур, а чё у тебя рога сыщешь? Смотри, если это буду я, кто не будет, это я. Я такой, хочешь пососать старый хуй? Слушай, а кто не хочет, скажи, пососать старый хуй? Да ладно. Я хочу. Будущий бывший. Нет. А я мечтаю пососать. Будущий бывший. В СПБ. А шалупонь это кто? Будущий бывший. Это шалупонь. Я. Это мой никнейм, где кстати. Где Вадим? У нас еще двое. Почему нас восемь? Блять, вы что, все обиделись нахуй? Может, у Вади интернет дропнулся? Кто обиделся, брат? Да. Меня Алексей в крысу въебнул. Выпрыгнул с канализации, вонючий, ёбнул. Мне кажется, у Вади с интернетом какая-то не, проблема. Не-не, братан, я спину. Ай, блять, я нажала play заходи, случайно. Братан. Подожди! Я play нажала случайно. Блять, дура ёбаная! Похуй, играем. Хорошо, играем. 8 человек, 2 трейтера. Слава трейтер, Слава трейтер. А вот схуяли. Потому что ты сказал, играем, так бы сказал, ливать. Так а хуй нам делать, если у нас нет вообще плюсов? Но кто нас еще ливнул? Вадя и... еще кто-то. И... Это бустер. А где я щелбнул? Это бустер. Да? Схуяли ты решил, дружок? У нас еще нету, кстати, Ликса, но это бустер, голосуй. А, почему голосование? Это Слава? Подожди, и! Я 3 секунды написано. Дайте инфу нахуй. Кто это Слава злой, это Слава злой. Почему? Охуеть, чепуля, да? Когда я... Это Слава нахуй. Это Слава и злой. Кокосовая сушка говняная, пиздачал, завали нахуй. Я трогаю. После такого вкидыша я его рот ебал, блядь, пиздюка этого. Это Слава и злой! Он дефает с бустера, я говорю, это Слава и злой. Да, 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 да. Ты дефаешь. Да, Наташ, а ты чё, под кокосовый хуй упал сразу, блядь? Подруга, под кокосовый хуй упал, а?
Голосуем, голосуем. Нет, ты дефаешься не так, как обычно. Да, да, попизди, попизди. Это слабый бусер. Да, как тебе на стриме сидится, ублюдок? Не, по поводу слова, кстати, не уверен. Как тебе на стриме? Нет, не слово это, нихуя, блядь. Ваня, я просто скипал голос. Почему злой, почему злой? Я не могу понять, почему ты меня вкидываешь. Долбоёб, я спросил, где ты нашел просто труп. Какой дефал славу, ты, сука, кокос без хуя, блядь. Ты пиздишь там, ты, сука. Это не слава, не злой, просто я жопу ставлю. Это же очевидно. Нашел, что ставить. Это злой. Да. Если что, жопа твоя, моя жопа. Хорошо. Это злой. Да, мы поняли. Нет, блядь, добрый. Слушай. Кикайте, бусер. Кого кикать? Алло, ебан, слышишь? Алло. Он спалился. А, а чё, вы стартанули? Да мы случайно, мы сейчас закончим. А куда Вадя вышел? У него свет вырубило, сейчас надо фидорбота, блядь. А у меня синий экран выбил из этого амагаса ебаного, блядь. Натуре? Ты исключил, братан. Ребят, кого кикаем? Слава. Какой Слава, еблан сраный, блядь. Пизду нюхай, блядь, слышишь? Генсухину, блядь, вонючую, блядь, шмоньку, блядь. Не смейте в меня, блядь. Я буду так говорить, что у него вонючая пизда, понятно? Да, пошел отсюда, понятно? Да, пошел нахуй, сынок, я тебя ебал в рот. Ну, ну ебал в рот, короче. Ты говоришь, второй кто? Злой, он дефал Славу сразу же. Я не дефал Славу, я спрашивал, где труп, ты ебло утиное, блядь. Ты заходишь, Марк? Да, да, да. Ну так куда скрыть-то, блядь, вы играете уже. Давайте, да, давайте ливнем, ну что есть играть нахуй? Давайте последнего, последнего трейдера. Да что там искать, это злой? Согласен, не злой, блядь. Кислород, почините, сука. Чекай к ним злого и все, изи. Да, сейчас по быстрому. Да, злой, нюхай сразу. Злой, ты электричество чините, электричество. Нюхай бэбром. Злой, ты очень жестко спалился, я серьезно. Да, злой очень жестко спалился, согласен. Да там... На нахуй. Там строго их спалил в самом начале, о чем вы говорите? Все, кикай нахуй злого! Я тут при чем, алло? Да хуй его знает! Кикаем злого, стрим это злой. Я в злого. Это не я! Я в злого. Кикаем злого. Я в злого. Почему без магии, он на парах, ребята, он же студент, ебать его. Строго ебло утиные, сука. Артур, штаны снимаешь, штаны снимаешь. Когда ты интересуешься, где труп нахуй, а он вкидывает это злой, просто когда тип просто интересуется, и он говорит, что это я, блядь. Ложись на пузо, ебать тебя будем. Давай, не оправдывай. Сергей, у тебя с этим крючком мелким, блядь, ёпта. А кто такой Генсуха? Ты нормально злого-то не выебешь, блядь. Это я, Наташа. Блядь. Победа, легчайшая. Ебать, чел, факты у тебя пиздатые. Не заводите, все, не ссорьтесь, не ссорьтесь, уебаны, блядь. Какое ебло, блядь. Не ссорьтесь, блядь. Ваня, это факт, ты уёбок. Не надо! Это факт, ты уёбок. Нас девять. Да. Окей. А как ты посчитал? Какой же пароль? Нету маркет. О-Е-Б-А-Н. О-Г-Л-А-С-И-Н. Эй! Да, Зо, ты так спалился? Это жесть, конечно. Как спалился? Давай, давай. Как? Я начал бустера топить, и ты начал его дапать просто как девочка. Какой же пароль? Я не очень ужираю. Я вижу, кажется. Строго, ты по-другому скажи, строго. Ты скажи, я стрим открыл и вижу вас двоих. Потом уже стрим открыл и все. Полная хуета, блядь. Когда ты спрашиваешь, где труп, это называется дэп, блядь. Ты можешь вкидывать рандомно в кента, блядь, и нихуя при этом... Кента! Кента! Дима! Да? Вы во сколько вылетаете? У нас Финаргот уже зашел, так быстро? 11. Ебать, Финаргот не готовый, не имею спортсмен, я в рот ебал, блядь, уёбка, блядь, ёбаного, блядь, Финаргота уебаного, блядь, сраного, блядь, Москву, блядь, я тоже ебал. Эту шлюху, этого слабачка ёбаного, блядь. Всё, давайте, играем, 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 пацаны, играем, играем. Иди нахуй отсюда, Финаргота, ебать. Шучу, Финаргот, привет, мои родники, мои сладенькие. Я член. Кать, яичницу, пожалуйста, любимая. Хочу яиц. Да сейчас я тебе принесу пожрать, подожди секунду. Давай, не пизди там. А то лучше, блядь. Другое дело, блядь. Это Авдеич. Это Финаргот. Это Авдеич. Чего? Это Авдеич. Я вел, я увидел, как... Какая нахер Авдеич? Это Авдеич. Это Авдеич. Это обычная ебаная Авдеич, блядь. Я с выключенным светом увидел, как прибегала, блядь, маленькая девица Авдеич, блядь. С выключенным светом, блядь, меня. Потому что, дурочка, ты реально... Погодите, погодите, забыл. Почерк Финаргота, да. Ребята, я согласен с бустером, и я голосую в Авдеич. Он не... Ты не можешь, блядь, быть согласен с бустером. Дурочка, послушай меня внимательно, блядь. Темно свет было, потому что ты вырубила свет. Но ты прибежала рядом со мной. Я не видел даже труп, я нажал репорт, ты рядом с ним прибегала, блядь, лысина, блядь. Блядь, я просто шла с
тобой вместе! Ребят, ребят, оправдывайся, оправдывайся! Это вообще пиздёж, бля, буду! Она не шла со мной вместе! Не шла вместе! Ты побегала снизу вверх, сука, блядь! Вы, блядь, блядь! Ребят! Давайте посерьезнее. Давай. Авдеич, нахуй. Люди, все уже за 18. Да давай, сука, ёбаный рот! Артур, спасибо, что не поцеловал меня. Та-та-та-та-та. Потому что Артур, пожалуйста, потому что тоже трейдер, блядь. Артур, следующий. Я тебе ебаю. Попалась, блядь. Слышали, как она смеялась, блядь, потом? Рок, жмем кнопку Артура кикаем. Ребят, ну хватит говорить, вы заебали. Артур, ну что, почему вас... Замутьтесь или все, хватит жужжать, блядь. Реально. Там реально-то. Блять! Пароль неверный. Блять, какая шлюха говняная, это Финаргот. Нахуй я позвал ту выблять ебучую, блять. Какой же сраный пиздюк ебаный, блять. Я его просто ебал в рот, я вертел его, блять, на своем шампуре, блять. Так, погодите. Блять, вот уебок, блять. О. Не, пока. Сейчас, подождите. Либо злой, либо Финаргот. Я сейчас вам очень странную вещь скажу. Я сейчас прихожу в медкабинет, хочу засканиться. И мне пишет, что подождите, Авдеич сканируется. То есть Авдеич не трейдер получается у нас. Не-не-не-не-не. В медкабинете я стоял. Ты что-то врешь сейчас. Я только что из медкабинета я выбежал. О чем ты говоришь? Ну, в смысле, я в начале катки подходил и сканился, стоял. Так а я не в начале раунда пошел же туда. Я сейчас вообще электричество починил. Кусайте нахуй, жрите эту шлюху. Кто-то из вас скажет, что он чинил электричество? Нет, я пошел, починил электричество. Господи, какой пиздобол. Нет, у нас одного убили. Ловите его нахуй. Я починил электричество, побежал в этот, как его, в медкабинет. Хочу посканиться, пишет, что Авдеич сканируется. Но это исключение, это злой. Методом исключения это злой. Это либо злой, либо финаргот. Если меня, кто меня видел, беленький. Не-не-не, злой не голосовал, наоборот, в Авдеич. Он наоборот тогда хороший. Так это логично, если Авдеич, она красная, если Авдеич черная, значит злой в нее не голосует, потому что он тоже черный. Нет, так она не черная, я же говорю, я только что пошел сканироваться, пишет, что Авдеич сканируется. А если это баг? И крысу, блядь, да он не стреляет, блядь, да. Не, когда призраки сканируются, там типа говорится, кто сканируется. Да нахуй Финаргота, блядь, ну трейдеры-то не могут сканироваться. Это 2000 IQ, этот, мув. Не-не-не. Нахуй Финаргота, блядь. Нахуй Финаргота. Какой смысл мне это делать? Я бы дальше бы бегал бы и резал бы вас, о чем ты говоришь? Я в Гинсуху голосую, какой 2000 IQ мув вообще, блядь? Или это Финаргот со злым? Блять! Да, Финаргот со злым. Это не та Гинсуха, это я! Блять, а какой ник нейм у Гинсухи? Какой ник у Гинсухи? Чтобы поняли у ник. Че это было, блять? Что это за хуйня была, блядь? Это Алексей жопой прожужжал, блядь. Да, и сам себе будь здоров, сказал. Нормально. Ебать, вы слышали, нахуй? Пердёж Алексея, блядь. Пчелиной пердёж, блядь, медового пиздобола, блядь. Ебать, мне пиздло порвало жестко. О, на имечку, блядь, пошёл. Тренируемся на кибершоке, блядь. О. И последнее, блядь. I can't stop. Ёбаная яичница Авдеич, блядь. Пули призраки стоят, блядь, уёбки нахуй. Какой же, пизду, блядь. То Финаргота, блядь, пиздюка этого сраного, блядь. Личинку эту устрицу ёбаную, блядь. Мидию эту сраную. Задание будем делать? Спасибо большое. Взаимно, блядь. Уёбки, блядь. Уёбки, блядь. Ёбаные, блядь. Оп, пошел контакт. О-о-о, да тут пиздец, ребятам, блядь. Да тут все, тут пиздец, блядь. Какой же пароль, блядь? Пароль неверный. Нахуй этого кокосова, ребят, я понимаю, что кокос у всех вызывает крайне негативные эмоции, понимаете? Но. Совершенно заслуженно это делать, блядь, еще тот уебан, блядь. Сейчас мы быстренько, блядь, все просканируем здесь. А лявый ебаный, а покчамп нахуй. Сделайте, блядь, бустера покчампа, блядь.
новые смайлики, бля, хотя бы повыебался, бля, чтобы не зря пропадали, бля. Скоро еще завезу смайлов, пиздец, надо наконец настроить. О-о-о-о! Да тут же морик лежит, ебаный, блядь. Какой же пароль? Какой же пароль, блядь? Я то ебы, я вере от ебу. Пароль неверный. Ну а какой тогда пароль? О, полетели, блядь, ебать не особо, блядь, да. Спасибо вам огромное. Никого не убили? Спасибо, убили. Нет. Убили. Еще скоро загружу до хрена его смайла. Это кто? Генсух, это кто? Это строго. Спасибо вам огромное. Да, мне кажется, белая. Спасибо, ребята, блядь. Это я. Мне кажется, это трейдер. Почему? Это ты. Злой только сказал, что это он, блядь, не пизди. Потому что в электричество, когда мы забегали из Фенаргота, тип выбежал оттуда. Это не я, не злой. Наверное, потому что я там квесты выполнял. По факту, смотри, у нас остается. Погодите, у нас кто-то красный, у нас кто-то. У нас кто-то был на камерах вообще в последнее время. Нет. Ну, был. Ребят, когда я убегал, строго был на камерах. Строго был на камерах. Не, строго там было еще, когда я первый прибежал на реактор. Строго был, когда саботаж еще был. Когда все на саботаж бежали, строго там был на камерах. Да, там строго, да, он там все время стоял. Я думал, он со мной включит реактор, но он остался на камерах. А как у всех смайлик открылся? Год, окей. И кислород я только что с Алексеем выключили, да. Потому что, как минимум, Алексей 100% красный и Фенаргот. Тогда беленький и розовенький. Да. Надо кого-то. Я выполнил абсолютно все квесты, бегайте со мной, только не кикайте. Я тоже не узею! Вы ебете. Мне одно задание осталось. При всех квестах что-то у нас очень маленькая полосочка. Я абсолютно все выполнил. А у вас откроется у всех? Нет, у меня осталось одно задание. Это вот что, видите, она сначала все выполнила, потом одно задание, блин. Они все, не что за хуйня, блядь? Просто бегайте со мной. Бля, нет. Давайте кикнем, Фенаргот, а чем мы сейчас можем? А давай просто кикнем. Давай кикнем. Подожди, через кнопку. Кикаем сначала это я, а потом шоу. Да с чего? Это супер бред, это супер бредово. А, потом смотрите, насчет кнопки. Я останусь на кнопке, нужно, чтобы остальные пошли. Если будет реактор, нужно идти на реактор. Бала канала, бля. Блять. Такой же пароль. Изменение одного выбора. Выбор смайлика для разблокировки. Это что ли, блядь? Ёб твою, блядь. Все нахуй, цену поднял, блядь. Подорожала, блядь, услуга, ёбаный сыр, блядь. 25 тысяч теперь стоит. Я не знаю, нормально это или нет, блядь. Но сойдет, блядь. Надо еще какие-то услуги внести, блядь. Чё эти пиздюки там ёбаные, блядь? Чё за Валли, блядь, тут катается, блядь? Пылесос, бля, умный, блядь. Бля, Фенаргот это пиздец, это хуйлуша, блядь. Говнюк, блядь, ёбаный, блядь. Пиздюк, блядь. Давай, Фенаргот, помороси здесь, блядь, хуйлуша, блядь. Капля спермы, блядь. Так, ну вот мы опять втроём на реакторе, у нас нету Генсухи, которая сказала, да. Что выполнила все квесты и бегает одна. Да. Это я говорю, у меня кажется... последнее задание осталось, я его сделал только что. Удали сообщение, а что это же прикольная тема. 30 тысяч не у каждого есть. Или у каждого есть. Да. Сука, я говорю, мы проиграли. Это Фенаргот, да, мы проиграем. Да я не говорю, могу, это я быть, алло. Вот мне потому кажется, что вы хотите кикнуть меня. Я злой, я сейчас с тобой был больше 20 секунд. Я типа мог спокойно тогда тебя убить, сделал, нет, потом убить Алексея. Алексей, вас просто водят за нос, вы что не это? Понимаете этого? Понятно, вы сейчас Зарка кикнули красного. Кикнули красного. Фенаргот просто так за меня голосует. Зар говорил, что задание все выполнено. 100 тысяч будет стоить. Я красный. Все, нахуй он нужен тогда, блядь. Нахуй во мне сомневайтесь, если нету фактов никаких. Это очень. Это Генсух. Блин, Генсуха, ты сама сказала, что ты выполнила все квесты и сама где-то бегаешь по кораблю. Я тебе сказала не почти все. Я говорю, ты у меня сказала, одно задание. Вы же слышали, она сказала все. Какое задание? Какое задание? Я говорю, реактор. Я сначала в оружейной побежала, а потом в реактор я побежала. Реактор? Мы только что втроем на реакторе были. Я говорю, перед кнопкой. Я делала только что в реакторе, нажимала кнопочки. Ну ладно, Генсуха, голосуй там. А, да? Ну, вы проебали. Блять, это или... Блять, ну не может быть, чтобы мы типа проебали на самом деле. Ну это я не верю, реально. Ебать, долбоёбы, нахуй, на таху кикнули, блять. Да! А теперь...
Артур и Лёша, давайте решим, кого из вас я буду убивать нахуй. Уёбки вы, блядь, Натаху задушили, блядь. Нормально вы там баланс убираете? Нормально, блядь, крысы, сука! Своими умозаключениями трехрублевыми. Получайте, получайте. Да иди ты нахуй, блядь! Жри, блядь, жри сперму, хуево! Злого, ёбни, иди злого, сюда, сука. Иди сюда, мой сладенький. Злой, иди, беги, злой! На, нам. Бля, уёбки, блядь. Это Зорк, это Зорк! Слава, ты, сука, зачем ты меня, блин, увидел? Я говорила, это Финаргот, это Финаргот. Потому что я профессионал, подруга, блядь. А так, понимаешь, у тебя было что, очень очки много... на плюс 5, походу? У тебя что последние... я говорю? Последние... Я задание смотри, все последние выполнил, два никаких раунда... фактов. Да нет, смотри, ты сказала, я все выполнила. В следующем почти раунде ты говоришь, у меня осталось одно задание. Бля, и знаю, ты говоришь, я хочу выполняла на реакторе. GGT купить, а на реакторе пиздец. Тебя не было. На реакторе, все, я говорю, понимаешь? Последние секунды. Почему вы мне не верите? Я говорю, на последних секундах я была на реакторе. Я сначала в оружейной была, а потом на реакторе. Ну-ка. Что не так? Все, давай, Наташа. Да блядь! Заебло нахуй! Какой же пароль? Заебало, блядь. Быть членом, блядь. Ай, блядь. Ай, нахуй. Мы играем? Сори. Поздравляю, блядь. Все дождались. Наконец-то Авдеевич, блядь. Ты загнулась нахуй. Она была справа сверху. Ну ты, естественно, ебанул, да? Потому что вдвоем там выбегали. Нет, нет, нет. Я выполнил задание в центре, побежал направо, потому что это ближайший поворот ко мне, и она валяется вот в этом центре. Где я проебал, Лёш? Справа? Справа, сразу. Справа, где вот эти компьютеры стоят, или кресло, что вот это стоит справа. Странно. Я тоже туда бежал, да, но по- я дальше на... всю навигации. Пошлу, заболела вот и прошла. Вот она лежит, прям на люке она лежит. На каком люке? Скайуокер, ёпта. На люке, блядь! На люке! Ты чё разлежался? На каком люке, Зарк? Дырка в земле, закрытая железкой, люк! На каком люке, Зарк? Всё, не жижи, не жижи. Это Сапку купил? Если брать информацию из Дискорда, она... Дайте мне, пожалуйста, адрес Зарка кто-нибудь. Она крикнула в тот момент... Давай я сам дам, не жижи. Она крикнула в тот момент... На районе встретимся, на моём. Понятно, хорошо. Блядь! Хорошо. Какой момент? Она крикнула в тот момент, и сразу же прилетает репорт. Но она забыла замутиться, видимо. И прилетает репорт. Мне кажется, это саморепорт, и поэтому это... Не, в теории, возможно... Не, подожди, но типа Лёша нормальную теорию дал. Не, я предлагаю скипнуть, потому что... Я тебе говорю, это скорее всего Алексей, потому что... В теории вообще репорты давать не надо. Не, да, но это тупой, потому ну, что я помню, тупо. Как меня гасили за эти репорты. Я увидел тело, что мне делать? Не давать репорт? Если я не дам репорт, за мной чел прибежит, скажет, что ты репорт не дал. Не-не-не, я видел, нет. Я видел, как Лёшка забежал, потому что я был АФК, я побежал сразу вниз, и он зашел туда. Я скипаю поэтому... первое. Ну, типа, ну, это хуйня. Поздравляю, свинка, братан. Вы кого кикнули-то? Алексей? Никого. Алексей кикнул, да? Все, Алексей, пизду, да? Алексей, я, блядь, медовый пиздабул. Золотая тиша, золотые цепи. Угадай, где я не дома, бэйби. Мы макали, смузи, мы на трепаке, дикатусим. Ты додолбай. Вопросов нет, кто ему просмотры делает. Так. Один красненький налево побежал, но это мне вообще похуй, блядь. Бля, заебали. Блядь, Алексей, пизданул. Кого муха летает? Алексей, хватит бердить, блядь. Нам не кодовый замок. Какой же пароль, блядь? Алексей заебал пердить, сука, блядь. Пароль неверный. Так я хочу злого кикнуть, блядь, мне не нравится. Шо за мной доебался, блядь? Блядь, мне честно говорю, мне пиздец. Это фиолетовый, ребят, это фиолетовый. Мне не нравится, как за мной бегает ебаный злой. Ребят, вот, ребят, знаете, объясняю ситуацию. Кто смотрите. Такой шелупонь? Смотрите, это смотрите. Это сука, блядь, сука, смотрите, блядь. Это фиолетовый, это генсуха. Объясняю ситуацию. Я стоял на навигации и собирал вот этот путь ебаный, верхней панели. Потух свет, когда я заходил там, я один был. Потух свет, я быстро выполнил задание. Когда свет начал возгорать, я увидел ее. Она побежала наверх, я побежал за ней наверх и увидел. Блядь, запахло пиздежом, братан. Блядь, я это фиолетовое, ребят, я вам серьезно говорю. Че, кикаем-то, Зарка? Нет, дядь, бусер, это не я.
Дядь, типа ты какой-то винегрет ебаный говоришь. Зарк, я вообще не понял. Да не, нахуя? Объясняю тебе еще раз, смотри. Я сижу в навигации и делаю задание, да? Посыпали, и начал тухнуть свет, саботаж кто-то юзнул. Ну? Я начал выбегать из задания, ну, с навигации, когда я один там был. Начал свет разгораться, да, когда его починили. Я злого. И я увидел гинцуху фиолетовую. Ты долбоёб! Она побежала наверх. Я не долбоёб! Я побежал за ней, и я увидел труп. Наташа, типа. Микрофон замучил. Она ничего не зарепортила, то есть это она. Она просто пробежала. Я была замучена. Да, замучена, блядь! Алексей, хватит пердеть, блядь! Она стопроцентный трейтер, поверьте. Я была замучена, трейтер? Да. Трейтер, да. Бля, я не... Давай тогда поинтересуй. Ну я в злого ёбнул. Я лично вообще Зарка не видела. Я сейчас чинила, ой, я была... А какой никнейм у Зарка, ты знаешь? Я карточку переставляла. А какой Зарка никнейм? Не, погоди, посередине. В карточке тебя не было. Не, понятно. Она у меня бежала. Когда ребята, перед тем, пиздит, как нажали, я там была. Не, ну бахнет. Натаха вроде пиздоболка еще там, но что-то сейчас она, блядь, жестко просила, блядь, по пиздюжу, блядь. Наталья, до свидания, блядь. Хорошего вам падения, свободного, блядь, в скайбарке нашего, нахуй. Так. И бустер у нас, кстати, не голосовал, нет. Да, и бустер дефол. Пиздевалась, а кого? Ты что, ебанулся, как я дефол? Нет, ты отопил, но ты не голосовал, как у вас. Я бегаю со злым, если меня хуярит, это злой, все. Давай, давай, дурачок, блядь. Пиздюк сраный, блядь. Нет, блядь, добрый. Жопу, блядь. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Давай, ебать, чё ты, блядь? Бедолага ебаный, блядь. Чё ты сделаешь мне, нахуй? Попробуй меня забодать, слышишь, блядь, козлик, блядь, горный, блядь. Барашек, блядь, ебаный, блядь. Баранина, блядь, ебаная, блядь. Пиздюк, ёпта, блядь. Накончайте на линзу, блядь, вы слышишь, блядь? Пиздюк, блядь. Слабак ебаный, блядь. Давай. Да не, ну давай, чё ты? Давай, чё ты, блядь? Давай. 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 Давай, припизди меня. Задание выполняете, господа? Давай. Давай! Пизду, мне страшно, блядь. Кто сдох? Слушай, кто сдох, скажите? Много умерло. Ха, хотя нет, нет. Красный. Один. Алекс вообще играет? Гинсуха умерла. А, нет, подожди. Гинсуху мы выгнали. Умерли. А, Финаргот умер. Слышишь, что? Финаргот справа снизу. Ребят, снизу. Послушайте, пожалуйста. Сейчас такой момент. Я забегаю чинить свет. Свет. Ну. Там находится это я, Зарк. Он не чинит свет. Ну я, да, я проверяю, кто рядом. У меня закрывается дверь, но он меня не убивает. Ребята, трейтер, ну, да. Всего один. Что вы думаете на эту тему касательно этой я темы? Я не трейтер, потому что... Алло, постойте. Смотрите, какой расклад. Это точно не злой. Можно злого выслушать? Я вам что-то про Финаргот хотел сказать. Последний раз видел Финаргота с Алексеем. Да, я тоже видел. Мы вместе с Азмом видели, да? Да. Ребят, теперь смотрите, такая тема. Алексей на меня пиздит попросту, ну. Хотя я кикнул 100% трейтера Гинсуху. Потому что я увидел, как она убила, я по репорту. Ну ты мог замазаться таким образом, блядь. Смысл мне кикать ее? Я сам репорт нажал и сам продвигал. Я предлагаю кикнуть Алексея. Смысл? А если это не Алексей, блядь, тогда кто остается? Мы тебя кикнем. Меня? Да. Ты охуевший, Кентик? Я в электричестве сейчас был. Ну смотри, ты я на камерах стоял, стой. Я стоял на камерах весь раунд, смотрел, как вы вчетвером бегаете, давай потом так, смотри, пошел на электричество. Давай так, смотрите, я предлагаю такой расклад. Мы сейчас никого не кикаем, но мы свапаемся. Смотри, злой бегает с Зарком, я бегаю с Алексеем. А я что, блядь? А ты, блядь, осталось три задания. Все, выполняй, выполняй. У меня тоже задание. Выполняй, а кочуришь, а твои проблемы нахуй. Злой, слышишь? Кто с кем бегает? Я бегаю с Алексеем. Злой, ты все задания выполнил. Давай. Надо Зарка кикать. Сделаем так, блядь, попробуем нахуй. Злой, ты все задания выполнил? Я с Зарком бегаю. Злой. Да.
Ты все задания выполнил? Не, блядь, отъебись нахуй! Беги за мной тогда, хуйлопан! Надо, блядь, повышать цены, ребят, потому что випку уже купили. Я же не могу за одну и ту же цену продавать, чтобы все покупали, блядь. Випка — это рарная хуйня. Только что, блядь, взяли випку. Давай, Алексей, блядь, слышишь? Давай, давай, Алексей, блядь, пиздюк, блядь. Медовый, блядь, пиздобол, блядь. Давай, давай, Алексей! А что там, Алексейку закрыли, дурачка, блядь, да ебаного, блядь. Давай, давай, блядь. Пойдем, пойдем, Алексей. Давай, давай! Алексей, ну вы что, блядь? Давай, припизни меня, давай, давай, сделай это. Сделай, соверши глупость, блядь. О, все живы, блядь, нихуя. Пожалуйста, кто умер? А? Делайте задание. А? Уебан, уебан! Настя на глазах убивать у меня! Уебище ебаное на бустере, блядь! Короче, дверь в электричестве... Завали ебало. Дверь в электричестве открыли? Это не слава, я даже ничего не буду говорить, братан злой, я думаю, ты понимаешь. Какой, какой пруф? Ты-то куда лезешь, долбоёб? Я себе говорю! Стой, дай скажу, пожалуйста. Дай скажу, пожалуйста. Дай, пожалуйста, скажу. Дядь, три раунда бегаем. Дядь, дай скажу, пожалуйста, нахуй. Я стоял на камерах, потом побежал к вам, двери были закрыты в электричестве. Вы вдвоем побежали направо, блядь. Бустер забегает с кем? С Алексеем, Алексей, ёбнул, с Алексеем, ага, в электричество и ебашит его. Потом туда захожу я и кидаю репорт, всё. А что ж ты в этот момент выполнял электрический квест, бля, колесики, вот эти три штуки крутил, ебать, где надо попадать? Давай, наберёшь. Давай, наберёшь. Зарк, блядь. Зарк не понравился. Давай, Зарк, ГГ. Не, братан, братан, злой, 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 злой. Это забей, серьезно, это не Зарк. Это 100% маркер. Я в этот момент, смотри. Я выполнял задание, ебанат! Зарк, 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 скидываешь на Зарка, дядь. Слушай, если скидываешь. Если ты красный, дядь, поверь мне на слово. Я просто выполнял задание, ебан подбежал и убил Алексея, бля, рядом со мной. Иди честно слово. Сдобнал ебучий, бля. Меня просто смущает то, что ты не ошибешься, сказал, ты не ошибешься. То, что видел, то, что ты убиваешь на его глазах, когда свет темнел, именно репорт был. То есть уже темно было, не особо было. Я тебе серьезно говорю, Бартанчик. Просто я даже не знал, что свет выключил, я в этот момент квест выполнял. Короче, Зарк, твой голос сейчас ключевой, бля, делай. Не-не-не, мой не ключевой. Ключевой злого вот был. Я уж проголосовал, не забагалось. А, реально? Да. И что, и будет сейчас? Не, нам 10 секунд еще ждать. Чел за мной бегал, весь раунд просто бегал на бустере, ты ему говоришь, бля, злой, что он... я тебя поздравляю с победой. Я тебя поздравляю с победой, братан. Найс. Nice. Красава, злой. Какой же ты тупой, пиздец. Какой же ты тупой, блядь, ты выиграл, нахуй. Да, такой ты сволочь. Ну, один трейдер, по-моему, остался. Мы бы проебали бы еще, если... Алло, блядь! Да не, какой, ты что, прикалывай? А, мол, я жестко. Я, блядь, красный бегает со мной. Погнали. Злой бегает, да, за мной, бля, я выполняю все, ну, задания, типа, он, не говорит, бля, он не выполняет задания. Видишь, мне повезло, что злой, типа, не сомневался во мне. А что за знаки вопроса? Алексей, перезайди, пожалуйста. Так, знаки вопроса. Алексей. Слава, нам... Я забираю эту прошмандовку. Я не забираю, не забираю. Малая, ты остаешься. Ищи два слота. Ищи себя в прошмандовку из Азербайджана. Нихуя. Да давай до восьми посидим. Да нет, ну блин, мы заранее договаривались. Ну заебал ты, блядь, хуйнушу, блядь. А с кем вы, куда вы... Ну мы договаривались на 6, то, что мы пойдем типа с Алсиором и Савдейч в GTA. Он пришел, он мне звонит уже. Ну. А, он пришел. Да. Ну ладно, блядь. Теперь крыса, слышь, ебаная, блядь, вот такая. Тебя просто бабу злой, слышь, с подноса вели, блядь. Я вообще понял, не знала, блядь, как устраивать, да, саботаж, только всё, что узнала. Спасибо. Так, смотри. Давай, удачи, пошел. Да нет, забей, тут тяжело было, потому что они по парам. Алексей, братан, перезади, сейчас Дину позову, ну, слышь, сейчас, да, Дину, да, позову, блядь, нормальных я игроков, блядь. Я пыталась что-то закрывать дверь, но, блядь, неудачно как-то. Они крыс ебаные, да, заметил. А как кокос вообще тут или нет? Я, блядь, закрывал, зачем? Ты передо мной закрывал. Да, я играю, первые минуты три живу и все, ниже нет. Надо грамотно двигаться, братан, в таком направлении, когда играешь. Где Вадя Эвелон проебался, еще три надо. У него свет офнул. Батя Эвелон, батя Эвелон. Не, подожди, сейчас Генсуха вышла, это строго, ты не зайдешь, братан? Нет, нет, я зашла. А, Алексей, перезади, братан, у тебя знаки вопроса. А где Ликс? У кого-то есть номер Дины, можешь ей набрать, спросить, она будет играть? Ликс, а что ты не играешь, братанчик? В смысле, играю. А какой у тебя никнейм? Он синенький, вот, у него ник красный. Меня убили. Так, так, а строго Генсуха, да? Или кто? Нет, а, строго Чомо, да? Да. Ну, все верно. Так, а все сходится, бля. Сейчас Дина заходит?
Нужен плюс Дима? Один. Не, Дима уже зашел, тут по сосунчик. О, Дина, пожалуйста. Вот зашла. Дина, тут! Да, привет. Дин! Привет! Привет, Дина. Дина, тут! Привет! Дина, нас две крысы кинули, блядь. Ёбаные вдобавок, блядь. Финаргот просто Авдеич, блядь, взял за попку и унес нахуй её в струсиках, блядь. На глазах у злого. Злой смотрел и плакал. Злой, естественно, спокойно отреагировал, блядь. Потом, естественно, он ебал её прям жутко, блядь. Прям, ну, прям так грозно достаточно. Ну, естественно, злой. Грозно. Ну, естественно, злой тоже ничего на эту тему не сказал, бля. Апостол, спасибо тебе большое, спасибо тебе за подаренную сапку. Очень грустно. Так нам нужен ебал еще грозно. Один, да? Да, нам нужен еще грустно, один. Я думаю. Дина, у тебя есть? Согласен, бля. Достаточно грустная ситуация. Так. Кай! Пацаны! Любимая, поесть! Дина, у меня проблема очень сильная. Что такое? На мне кодовый замок. Какой же пароль? D-I-N-A, блядь! Слава! Что? Нет у тебя такого пароля. У меня такой пароль, Лин. Пароль неверный. Ну, теперь, значит, тебя взломают повсюду, раз у тебя такой пароль. Антури, нахуй свой пароль сказал, откуда у замка, блядь. Слух, ебать, что ты вообще проебался жестко, блядь. Что-то пиздец полный, блядь, вообще произошел, нахуй. Так, сейчас Дин. Да. У тебя киска лохматая? Слав. Что? Держи себя в руках. Просто интересно, блядь. Твои предпочтения. Вообще, как ты относишься к лохматым киском? Ебать вопрос. Ну что, нормальный вопрос, блядь. Ебать, мне нравится, вопрос, кстати, Гинцухина. Ну, киска? Гинцухин, получается. О, мне тоже нравится лысая, да? Бля, у Гинцухи такая киска лысая, блядь. Это пиздец вообще балдежный, блядь. Он бархатный. Да, ну он очень приятный, понимаешь? Она, то есть она не полностью да, лысая? Да, она очень вообще заебись. Она такая, типа, щетинка, понял? Такая лохматая. Чуть колется, но типа нормально. Ну пахнет неприятно очень. Если честно, прям какой-то рыбы постоянно от нее, бля, я не знаю, типа. Своди как-то ее к врачу, что ли, хуй знает. Это полный пиздец, так, блядь. А кот... Кот, да. В фриках. Кот персидский. Порвало. На тряпке просто порвало. Так, кофе. Ну с кофе надо заранее списываться, ребят. С кофе надо заранее, так сказать, договариваться. Пока его заваришь, блядь, кофе моё с кофеварки. Ебать, что за скины, где ты их берёшь, блядь? Да она время там перевела, наверное. Да. Это по руководству Стима. Сейчас Бист зайдет. Ты а можешь нажать... за скин, ебать? Ты можешь шифтап нажать, и там, короче, смотри, шифтап нажми, и справа, видишь, как получить бесплатно шапки НГ Хэллоуин, руководство, видишь? Шифтап. Да. Шифтап. Справа там. И руководство, видишь? А, халявные питомцы скины? Без как? Регистрации СМС? Не, питомцы не будут халявные, там именно шапочки. Да. А. Там прикол, руководство блин. Должно быть. И там это... просто нужно просто время, на компе видимо. Переставляешь 31 октября и потом 24 декабря. Нихуя себе защита, слышу, уверенная в игре, блядь. Че, мы в дитером пока сыграем, может? Нет, ну, сейчас... Ну, сейчас бит заходит сейчас уже. Сейчас перетащу. Мы в какой? А. Мы... Попробуй кофе позвать. Мы с кофе 2. Нормально общаемся. Ну, это мы, ну, только говорю, надо заранее позвать. Алло, Димка. Опа, здорово. Кофе здорово, нормально. Я сейчас тебе кофе алло, Димка, ты? Скину. Да, это я, здорово. Бля, Димка, здорово, братан, пиздец, скучал. Скучал. Привет, Димка. Здорово. Здорово. Так. Дим, слышь, вопрос тебе такой. Давай. Проблема, короче, столкнулся, типа, смотри, слушай. На мне кодовый замок. Какой же пароль? D-I-M-K-A. Я тебя хочу трахнуть, блядь! Уа-а-а! Что скажешь? Я уже сказал, бля. Ему сказать даже нечего. Ну, Слав, ты все свои пароли спалил. Да мне похуй, бля, на эти пароли, бля. Я вообще не стесняюсь, бля. Заходите, блядь, пользуйтесь, бля. Бля, блять, Алексей, как он так жопу рвет, ты не понимаешь. Алексей штормит, пиздец. Почему Алексей сразу обидел? А мы на какой? Мы на дефолтной карте сейчас? А потому что жужжание пчелиное. Жужжание. Алексей, вы куда заклонялись в своей жопе, блять? О, все, погнали. А то вас воняет в первой. Смотрите, какая у меня елочка. Ой, какая елочка. А у меня питомец. Ой, Димочка. Смотрите, у меня питомец, у меня хомячок. Какая елочка, Дим. Ой, блять, вообще жесть. Ой, как смешно! Ай, Дина, какой прикол! Новогодний снеговик! Ты просто завидуешь, что у меня... Да, завидую, чё? А, у меня кнопка старт есть. Оп! А чё она у меня? Потому что Авдеич ведь... А он, кстати, не палит, слышишь, Марк? Нет. Нормально. У меня хомяк. У кого? Сука, ебаная, блядь, и вы, блядь. Блядь, ей Ники, сука, называйтесь нормально, кто? Непонятно. Ники. Нихуя непонятно. О, злой ку. Ники, никнейм, если что. Никнейм. Никнейм. Злой ку. Ку.
Бля, пиздец, конечно. Это точно не Слава, это точно не Слава, потому что он только что выполнял задание прям со мной, прям, ну он там стоит. А где я выполнял, где я выполнял, где я выполнял? У меня на камерах розовый заебашил Дину. А у меня там не было, у меня там не было. Был, не сейчас, прям не сейчас, где-то секунды две назад. Нет, не было у меня там. Я на электричестве. В смысле, блядь, я убежать, я и был, блядь, я на электричестве стою нахуй. Там, это я и еще кто-то со мной. Ребят, я со Славой был на электричестве сейчас, и еще чел. Ну так, ну ты сейчас. Короче, это не Слава. Вообще-то я включил блядь, не, свет, мне блядь, не нравится, блядь. У меня был Слава. Да. И потом Зарк пришел, да. Но я пришел, да. А кто такой Шалупони, ребят? Блядь, Шалупони это... Это я, Наташа. Все, блядь, я понял. Ну хуй узнает, я не знаю. Короче, это розовый. Признавайся, зачем убил Дину? Кого я убил? Электричество отключено было! Камера ебанул! Камера к электричеству не отключается. Бля, нахуй вы позвали его, я не понимаю. Не, стой, этот человек, это чел, как Финаргот, 24/7 на камерах сидит, но это пиздец. Давай нахуй лети. А можно я чуть-чуть пчелиного пердежа? Бля, уёбок злой, тебя первым убью нахуй в следующий раз, бля, гандон. Давай. Стоп флут. Слышь? Стоп флут. Нам не кодовый замок. Какой же пароль? FINARGOT-UEBAN. Да, я здесь. Блять, это ёбаное задание, блять, уёбищное. Я просто ненавижу нахуй его. С пердежом этим, блять. Ну пока справляюсь хорошо. Сука! Блядь, брефом накинул, блядь. Хуйня. Блядь, самое сложное задание, за юнаху должна, блядь, сразу весь тюбик заполняться, блядь. Уебать, сраный, блядь! Пиздец, уебок, блядь, кокосовая шлюха, блядь! Я говорю, это точно не Зарк, точно не Слава. Пизду его! Это точно еще не Бист, потому что Бист, ну, если правда Марк зараженный, то это он его... Это неправда. Хорошо, смотри, если это был Марк, окей, если Марк, то это значит либо красный, либо строго чмо. Вот я видел темно зеленого, я появился в этой схеме. Ну я не знаю, я методом исключения. Я предлагаю красного ёбнуть. А ты, короче, на камерах стоял или пошёл бустер? Ну давайте короче... сначала с Диму, а потом подождите, строго. Стоп. А кто голосует так быстро? Ясно, злой, окей. Давайте поговорим. Кто был на камерах? Теперь, блядь, разъём пошёл по каждому конкретно из-за. Давай. Потому так. Что Зарк, я, камерах? Злой и Бист, это точно красный. Стоп. Кто короче, был на камерах? Ну сделай, ёпт! На камерах я нашёл труп бустера, как я бежал. Изначально я на щитке был. Из камер бежал Бист в самой середине игры. Но это было задолго. Где-то синего видишь? Я вижу только красного. Рассказываю, я всегда стоял в медпункте. Я всегда стоял на границе с камерой в медпункте. Стоп, дайте сказать. А почему ты не выполнял задание? Потому что у нас никто не выполняет задание, и это бессмысленно. Я выполнил. Рассказываю. Кокоса, бля, пиздюка, ёбка, бля, сама не понял. Сначала Димана, а потом строго. Дайте мне сказать, камера всю игру горела красным. Практически всю игру. Я стоял на медпункте. Кто был на камере, меня задепает. Если чел меня не депает, значит он маньяк. Я красный. Я это ничего время... Я синего цвета, да. Я красный. Ну, и не короче, красный, я цвет стоял синий. Изначально на камерах... Так это красный или синий, я не пойму. Он тусил. Я съебался, зелёный. Значит, тогда окей, значит, следующий Бист улетает. Нет. Какой нахуй Бист, блядь? Я стоял под камерой всегда, меня никто не дефает. Это победа. Ребят, следующего строго сразу на кнопке кика. Какой на кнопке меня, за что? Бля, Зарк 200 IQ, нахуй, Зарк это гений, блядь. Да, это строго. Ну либо строго. Если игра не заканчивается, то Биста и все, изи победа. Пиздюк, этот обосраж, блядь, говняный строго. Этот, блядь, молочко, блядь, кокосовая, блядь, сначала набука, блядь. Хихи. Застывшая, блядь, сопляк ебаный, блядь. Не пизди. Говнецо, блядь. На мне кодовый замок. Какой же пароль?
Блять, Зарк сейчас кикнет строго, это просто 300 IQ, нахуй. Кикаем строго. Окей. Это просто гениально, нахуй. Если игра не заканчивается, то кикаем без там. Я просто вам скажу, то что в первом раунде труп скипало... Труп был на камерах. Да, в прошлом раунде. Прям на камерах. Она получается темно-зеленый. Но все равно остается трое. Даже и вот я свечка, блядь. Ну, да, мы втроем 100% красным, мы друг друга верим, мы втроем двигаемся. Блядь, что-то Зарк пиздит мне так хуёво. Да, не, я тебе говорю, зря вы меня кикнули, вы проиграли. Да, зря мы тебя кикнули, пошел нахуй. А это тебя строго ёбнул? Да, блядь, уебан, стой. Пиздюк стоит, стоит, камни шею выкидывал, блядь, шуруп ёбаный. Я думал, я руина, но ты еще та руина. На камеру захожу, а он тебе хуярит. Бля, мне кажется, строго играет вообще в первый раз, блядь, и он уже лучше Марка, блядь. Я говорю, Вань, а что тебя не слышно? Да ничего. Бля, Вань, да я ебал играть с теми, кто 24/7 на камерах, но это пиздец. Нет, так ты ебал, братан. Наоборот, интересно. Ты просто смотри на камеру, наоборот, горит глазок или нет, это фул имба, наоборот. И плюс можно не на камерах убивать, а где-то в других местах. Понимаешь? Ой, неверный! Play again, play again, нажимай. Нет, стой! Ладно. Стой, еще два человека. Play again. Блядь, что ж так тяжело заходит-то у всех, ебаный сыр? Эй! Справа внизу. Гуччи Молли, еще кто? Кто еще? Гинсух! Нет. Ау, ау. Здорово. Кликс. Как можно? Кликса нет у меня. Нет. Вот, блядь, красный. Это красный, который зеленый, это кто? Это зеленый. Это Ликс. Это Ликс. Красный, который зеленый, блядь. Все, завожу. Я так и думал. Дайте желтенький. Нам некуда, вы. Диман, но кто-то из вас двоих был для меня, Серега. Кто-то из вас двоих, поэтому пожалуйста. Я бы... Найс! Блядь, с этим уебком. Бля, как же охуенно, когда ты предатель, бля. Спокойно бегаешь, блядь, не паришься нахуй вообще ни о чем, блядь. Такое блаженство, блядь, ебаное. Выполняю квесты. Вначале сделал, блядь, эту хуйню, теперь эту, блядь. Ну ты, сука, блядь. Ой. Кто нахуй? Так. Что такое? Правильно, устранили. Где? Самого главного. Я, смотрите, я бежал направо в навигацию. Камера, да? И прям у выхода с навигацией. Что-то как-то не уверен, а хули ты там делал, братанчик, когда реактор был, нахуй? Постойте, а заметили, кто на меня пиздит? Зачем ты на меня пиздишь? В смысле, я тебе по факту говорю, когда был реактор слева, нахуй ты бежишь смотрите, в правую сторону навигации? Смотрите, давайте я вам объясню логично. Давай. В чем мне... логика брать и саморепортить на первом уровне, когда вы бежите вообще в другую сторону, когда вы просто стоят. Убежать. Да, тебе никто не говорит о саморепорте. На меня бустер гонит сразу. Нет, а бустер просто вкидывает. Он когда так, вкидывает, розовый, нет, ну, в смысле, это психологически черный. Надо проверить, как он держится. Розовый, черный, по-моему, фиолетовый. Кажется, я вас видела в управлении. Да, мы с тобой были, ты побежал наверх, я вниз на реактор. Я побежал сразу направо. И выполнял наш... Ты сразу направо побежал? Короче, методом исключения. Алло, тебя не было сразу направо, блядь. Изначально я побежал сразу направо, блядь. Это бустер. Я выполнил листья, блядь, выполнил две миссии на навигации, блядь. Братанчик, блядь, либо ты завалишь, блядь, пиздачался, блядь, с этим, блядь, бетоном, блядь, с первым, блядь, пиздак, завали нахуй. Но я играю точно. Давайте с Диной, завалитесь, просто, понимаете, я взял и листики в пылесосик, нахуй, выкидывал, блядь, курсор. Когда ты делал, блядь, с самого начала я бежал направо. Я изначально направо побежал, я был. Ты потом сказал, что ты потом направо побежал, блядь. Ты запутался, блядь. Показания, хуебан, блядь! Скипайте. Наташ, какой у тебя ник? Смысл ты на меня гонишь? Да, нашел лупонь, да. Я говорю, что у тебя не было справа, я тебя не гоню, блядь. Это я был справа! Я сразу направо пробежал! Пиздобол, шлюха гнойная, блядь! Чё? Зарк, бегай со Славой. Базару Зира, я со Славой бегаю. А где был Алексей? Если он меня ёбнет... В центре, прям в центре. Да, ну я тебя не ёбну, братанчик, у меня такой функции нету, блядь, пиздоболище, блядь, говняное, блядь. В коромысле, в центре, где вот этот стол стоит. Пиздюк сразу, его реально не было, блядь, залупа этой лысой, блядь, ёбаный, блядь, лысевший, блядь, 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 Алексей там был? Сперма, не было, я его не видел. Не, он был вроде, он был. Все, тихо. Если что, если меня убили, это Слава. Да, да. Блять, надо был свет вырубать, нахуй. Слушай внимательно. А куда бежим, Дина Савдеевич, из этого, из медицинского клуба? Алло, медицинский клуб!
Ну, там есть клуб любителей медицины, блядь. Давайте, давайте, у меня есть несколько вопросов. Во-первых, это я. Во-первых, Дима, почему не бежишь ты, пока у нас реактор взрывается? Так что просто почему ты не бежишь? У меня вопрос, как мы там появились, давай я правильно перефразирую. Мы с самого начала туда пошли. Куда? Смотри, я если что, Лик стоял АФК, и смотри. Он на камере стоял Слава. АФК. Да? Короче, я пришла... Если ты меня подозреваешь, смотри, вот мы сейчас... Извини, пожалуйста, мы сейчас бежим в медицинский пункт, и я показываю тебе то, что я выполняю задание, там анимация есть, и ты ее видишь, и отъебываешься. А вам всем просто похуй, расходимся, да, что понял? Люди нарисовались все, в медицинском клубе, а сейчас их не было. Дима, мы пришли, я просто лошар повторить, что-то не понял, блядь. Дима, в этом есть логика, но, типа, ты имеешь в виду, что они по вентиляциям вдвоем? Если это норм для вас, окей? Дима. После начала прошлого раунда через... Братанчик, так анимация выключена, ты про это говорил, Зар? ...кафетерии спустились в медкабинет. Наташа, скажи, пожалуйста, ты пыталась залезть в сканирование, пока я там сканялась? Нет, это просто... Анимация нет, Зар. Анимация выключена, алло. Артур, методом исключения, мне кажется, это злой. Они могут увидеть... Стой, погоди, методом исключения... Анимация выключена, Зар, алло, блядь! Анимация выключена. Брат, почему, когда я зашел на реактор чинить, ты его не шел со мной? Мы что делаем? Мы скип? Мы скип или что? Я доделывал квест, ебаный. Да, скипать. Ебан. Скипаем. Все, я тебя понял. И потом починил. Все, понял, окей. Если что, анимация выключена, но тем не менее сохраняется баг игры, при котором, если у тебя есть скан и другой чувак сканится, то тебе напишет, мол, waiting for scanning. То есть тебе он не даст засканиться, пока сканится другой, либо слэш сканится призрак. Окей. Наташа, скипай. Че, ебе сейчас стриме, да, сидит нахуй? Ее на полоску, блядь, пиздю, блядь, слышишь, блядь. Крыса, да ты киплетенка, блядь. Он стоит просто смотрит, как мы сканим. Надо сейчас Алекса припиздить. Какой у них ней не забыл? Красный? У нас одно деление только. Чё эти уёбки где там, блядь? Блять, заебали они с ним взрывом реактора, блять, ёбаный, блядь. Оп, бежим. Блять, да я видел камеру, блять. Короче, это бустер, это бустер и Марк. Да? Ты чё, охуел, да? Надо, бустер да, и Марк. Нахуй. Пожалуйста, да, доверьтесь, просто да? Доверьтесь. Я стоял на камерах все это время. Да, я попизди, блядь. Да, с учетом того, что они не моргали, бустер и Марк. Это бустер и Марк. Скажи, стоп. Камеры не моргали. Я кидаю репорт, и ты говоришь, что... Да, дядь. Это бустер и Марк. Может, это саморепорт, Марк. Это бустер и Марк. Строго, опиши ситуацию. Опиши ситуацию, блядь, слышишь, паника ебаная, блядь. Ликс всегда стоял, короче, вот там вот на камере, возле медпункта. Он ждал, когда это... И Сава подбегает, убивает, уходит налево, Марк видит, как Сава убивает и уходит направо. Короче, это бустер и Марк вдвоём. Ты долбоёб? Все, я вас раскусил, я лучший в этой игре! Да, ты лучший, блядь, пиздобол ты ебаный. Пиздобол ебаный, потому что меня злой снизу видел! Как я мог быть сверху медпункта, ты долбоёб? А в злой ты мёртв, чё-то. Я не видел, что он мёртв. Я чё, как ебанутый буду орать, кровь издался, блядь. Красного убили. Всё, короче, бустер и Марк. Да, вот именно убили красного, блядь. Строго, ты уверен, что ты именно бустера видел? Да, 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 уверен на 100%. Ну, бустера, потому что он 100%, а Марк просто убежал направо. Марк просто убежал направо. А Марк уйдет следующий. Подожди, да, Марк убежал направо, но кинул репорт. Ты долбоёб! Да, ты долбоёб, нахуй! Да, все, сынок, помолчи, давай. Бля, Строго, ты такой уебан. Завали его, Марк! Завали! Куда я бежала? Строго, скажи, пожалуйста, откуда я бежала, если ты смотрел на камеру? Ты видел меня на камерах? Нет, я не видел. Ты, по-моему, со мной рядом. А, конечно. Марк бежит направо, но при этом репортит, блядь. Ну ты вообще ебанулся, Вань. Охуенно, на камерах стоит. Нет, ты серьезно? Хотя бы, слышишь, хотя бы просто... можно пиздеть, что она в сторону реактора бежала хотя бы. Я сказал то, что мы потом реактор с ней вроде чинили. Вроде, блядь. Да я не помню, я ты думаешь, что ну, да. Мне просто то, не что... кажется, что Строго стал бы выдумывать всю эту историю. Ну, согласен, ты смотришь, что у него маленький IQ, типа. И маленький член. Бля, бегайте со мной. Бегайте со мной. В рот ебал, как со мной, блядь. Бегай со мной. Сразу кикай Марка, а потом уже будем думать, если неправда. Блять, жалко, что он не проебался. Вот ебать, это пиздеж был бы конкретный. Сопляк ебаный, блять. Говнюк, блять, ебаный, блять. Продолжим, блять. Блять, ебаные камеры, я сыр ебал, блять. Давай! Ёб твою, блядь, ну ты чё? Ну ёб твою, блядь.
Но по логике сейчас мы должны типа кикнуть. Все, кикните Марка, да. Марка, кикните. Если, и потом если что, кикните меня, если я наврал. Ну, блядь, если мы двух не трейдеров кикнем. Не-не, ну мы не можем. Один трейдер. А какая история Марка? Давайте его сторону выпустим. Давай, Марк, рассказывай. Алло. Да-да, слышу. Какую историю? Речь подготавливала. Как дела обстояли в том раунде? Да, Зарк, я тебе сейчас твою ебучку подготовлю и набью ее, блядь. В GTA RP они встретятся на мэрии и разберутся на перчатках. Конечно, у нас рекламный стрим после твоего. Забыл, блядь? Ну, конечно. За агрессию сразу. Мы принимаем кикнуть Марка за агрессию. Мы сделали все возможное от нас. Давай, Шелупонь, ты можешь проголосовать. Алло, Наташа. Нормально, ты с своей девушкой общаешься, да, Шелупонь, что? Нахуй. Да, она, блядь, Шелупонь. Да у нее ник такой. Не пизди, блядь, ник у нее такой, блядь. Запиздился, бля, вот он, нахуй. Вы можете, нахуй, объяснить, что за хуйня? Почему камеры не горят красным, а это уебище стоит что, на камерах? Потому что... Что я, потому я выхожу, что? Я выхожу и захожу в камеру, чтобы... Там дилей 3 секунды, делает, блядь. Это правильно делает. Там дилей 3 секунды. Молодец. По-моему, нет. По-моему, nice. Типа... Я ебал тебя в рот, как косарь выблюдок, нахуй. Ты чё, блядь, тренировался, нахуй? Я что-то так сразу заподозрил, когда Слава начал на меня пиздеть и сказал, что он направо побежал, блядь. Нет, я не был направо, я не был направо, но по факту. Я пошел сразу направо. Если бы ты, кстати, зарепортировал, я серьезно тебе говорю. На бустера, я бы вообще на тебя. Я сразу пошел направо и на СПО. Может, ты пробежал чуть позже. А ты просто взял и убежал направо, когда Слава убил. Сыр ебаный. Строго. А? Сколько у тебя уже баллов у меня на канале? То-то не вошло. Стрим-снайпер ебаный, блять, обосранный, блять. Сейчас, подожди, зайду и скажу. Да, зайдет, блять, нахуй тебе просто свернуться игру, блять. Так ты и так сидел, блять, в списке участников, нахуй, как и Зарк, блять. 222 тысячи. Марк, если что, ты лучше, во-первых, такое не говорить, а во-вторых, там... Да я рофлю, я сам сижу на стриме, дядь, ему просто паузе стоит. Со списка, типа, они не сразу пропадают, когда ты со стрима. У меня вообще один... У меня вообще один моник. А почему вы столько не говорите, а? Нет, потому что Марк на серьезке говорит, и челы на туре будут думать, что... Да на какой серьезке? Я сам в списке участников, у меня стрим на паузе, блядь. Не, я говорю, я не снайплю. Да просто... У меня вообще один монитор, типа, браузер открыт, но, типа, у меня ничего не работает. У меня один монитор, типа, я не снайплю. Не, ну, типа, люди... Это я покинул игру! То, что стрим снайпить, это же полная хуйня. Я? Да, тебя ливнуло. Ты зашел обратно. А, нет, не могу, почему-то. Типа, у меня всегда стрим открыт. Бля, я думал, может, слышишь, я думал, может, нахуярить. Вот эти штуки. Блядь, Слава, когда сказал, это я покинул игру, я подумал, он покинул, блядь. Не, это я, ну где-то я. Это ты? Понял. Да еб. Поехали, блядь, тренируемся в кибершоке, блядь. Халява ебаная, блядь. А, блядь, я же экипаж ебаный, блядь, мне ещё припизнут здесь. Не, на камерах самое бесполезное стоять, блядь, когда ты этот... Когда ты член, блядь. Вообще юзлис, блядь, а все пиздят, блядь. А что реально так пиздать-то делать, типа, если вот так хоп? О, а где бист? Чего нахуй? Как он исчез-то, блядь? Короче, рассказывай, что было. Ой, злой, я быстро расскажу. Ты не промахнулся случайно, злой? А, нет, стоп. Минус два. Я расскажу, что было. Я расскажу, что было. У меня под огромным подозрением бист. Знаешь почему? Ну. Потому что вы зашли на камере, блядь, а с камер вышла только одна Дина. Я точно буду ходить с Диной и со Строго, потому что... Не-не, да, мы... бист уходил с камеры, да, помню. Не уходил. Мы с Диной были. Не уходил. Я уходил. Наташа... Нет, мы разминулись. Он уходил. Он, по-моему, я уходил.
Нет, не, знаете, не, не, что Бист еще сделал подозрительно? Когда я подошел к медпункту, он типа подошел к этой хуйне и слишком быстро отошел. Мне кажется, анимация там подольше все-таки. Но, возможно, мне кажется. Так, я только включил, там надо нажать на кнопку и через минуту. Я в Биста 100%. Да не, ты чё, блядь? Да нет, не, не, быстро, блядь, ты чё делаешь? Слав, вот тогда, когда мы там были, я 100% Биста, и я скажу, что Дина и Бист два трейдера. Я 100% мирный. Да нет. Потому что он прыгнул в люк. Короче, ребята, давайте, может, к трупам перейдем, у нас два трупа. И Алексей нажал и что-то про злого хотел сказать. А, я... Дина, а чё тему-то меняешь? Я почему-то на секунду... Ёбнули. Давайте послушаем, пожалуйста, про трупы. Я почему-то на секунду подумал, что это злой, потому что он стоял передо мной в электрощитовой, мы делали квесты, и тут он пропал. Я думал, он в люк ушел. Я побежал нажимать кнопку, чтобы его зарепортить. А у него он убитый. И типа все, я... У меня... Я говорю, что у меня под огромным подозрением Дист и Бина, блядь. Ой, блядь. Дист и Бина. Дист и Бина. Дина себя выполнял. Мы вместе были на камерах и ушел наверх. Я 100% голосую Биста. Будь быстро, Наташа. У меня белый вид на медицинке, блядь. Смотри, я спрошу так. Кого вы точно считаете красным игроком? Я не знаю, я Дину пока ребят, Наташа, почему строго. Ты подозрительно дефолтировала? Строго, 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 рядом строго, строго, что, что, что? Бегай с Диной. А? Да, мы с Наташа, почему ты не делала реакцию, когда ты стояла рядом? Бегай с Диной строго, я с Бестом бегаю. Я бегаю с Бестом, если вдруг я умираю, бегаю. Я прибежала на нижний. Еще у меня к тебе вопрос. А я бегаю пока. Если вдруг я умираю, это Бист. Хорошо. Хорошо, помянем. За Диной, да? Дина. Ебать, я детектив ебаный, блядь. На нахуй с первого раза, блядь, покчамп ебаный, блядь. Блядь, что так задание мало, ебаная попа, блядь. Оп. Блядь, не дай бог, это строго ебись, блядь. Бля, прими строго захуярил бустера. Сейчас, сейчас, актерское мастерство кокосовое. Люка, блядь, увидел меня, убил такую ногу. Строго, ты замочен, что скажешь? А, это Бист, это Бист. Я захожу в комнату, бустер мертв. О боже. Бля, господи, как вы делаете, ты знал полу. Где дело происходило? Сука, блядь. Я не знаю, эмоционалу я строго верю. Вы слышите строго? Там 4 квеста, там 4 квеста. Я готов. Кипните строго, по эмоционалу это строго. Кипните строго, я зарепортил труп. Ну, строго, я верю строго. Я забегаю, Бист рапорт. Строго улетают. Где? Я зарепортил труп. Почему? Слушайте, его даже не было в комнате, потому что он улетел в вентиляцию. Бля, Зак, уёбчик, блядь, говняный, блядь. Он был посраный, если бы его спалили. А где это Дима? Уёбчик, говняный, блядь. Я пошёл с бустером делать квесты. Чучик, блядь, сраный, блядь. Электрику. Обосранный, блядь, сальный, блядь. Тут загорается саботаж. Я отключаю, смотрю, блядь, появляется строго из ниоткуда. Вылазит, он вылез из вентиляции, получается. Какой из вентиляции? Я забегаю в комнату. Я думаю, блядь, а вдруг нет? Я только начинаю выходить из электричества, возвращаюсь назад, а там, блядь, труп бустера лежит. А не тебя уже нету. Короче, можете меня кинуть? Смотрите, кинуть строго, как в прошлом раунде я верила в твою историю, так здесь я верю в Димкину историю, потому что ну, такое просто так не придумаешь. Я готов разменяться, чтобы убрать одного человека. Бля, я реально думал, что это Бист. Послушайте мою историю. Может, он, я, бля, у меня на глазах исчез нахуй. Испарился, бля, просто. Шелупонь. Голосуй, Даша. Голосуй. Трогачко. Шалупонь, ёбаная, бля, голосуй. Какой строго чмо? Я говорю, я забегаю в комнату, либо Бист, там либо Бист, мёры, либо строго. Либо хорошо, либо меня кинут следующим, не волнуйся. Наташа, скажи, пожалуйста, почему в комнате с Электро ты очень долго стояла у задания, которое делается за одну секунду? В прошлом раунде еще это было. Опа! Ну я его выполняла. Ясно. Строго и шалупонь уезжают. Опа! А вот, кстати, и белый проголосовал в меня, спалился. А белый кто это? Это Зарк. А я Зарк, тебя вот когда ты вылез... А, кстати, реально, дайте за Зарком сейчас полетаю. Мне кажется, это Зарк. Отвечаю, бля, пиздюк этот сраный, бля. Говнюк этот ебучий, бля, шапошник, бля, шляпочник ебаный, бля. Ему насрал бы, бля, его слышишь, бля, в цилиндр, блядь. Хуйло, блядь, слабак нахуй. Чё, запутался, так и квесты выполнять? Хуйлуша, блядь, сраная, блядь. Обосрешь, блядь. Давай. Тот, кто умер, делайте задание, пожалуйста. Давай, сейчас сделаем, блядь, 2 секунды, нахуй. Давай. Давай, чё ты, блядь? Давай смелее, блядь! Сделай это, чё ты, блядь?
Бестолочи, блядь, ёбаные, блядь. О, дай пока задание ёбну. Оп, 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 оп. Говно скинули, блядь, ошмётки, блядь. Трухлю эту, блядь, ёбаную, блядь. Всё, пиздец. Чё, кустов нету поделать? Чё за закрытая дверь? Зачем за мной бист бегать постоянно? Потому что ты второй трейдер. Дина? Это бист, ребята. Смотри, это... ты единственный, кто... Вы думаете, это Денсуха, блядь? Да какая нахуй Денсуха, блядь? Мою историю, хотя хуй знает. Трейдер и ты. Я готов пойти на размен, трейдер? Но я готов просто ходить с белым все время. Я от него, сука, не отойду, если он... Один. Не, ребята, это фул. Дина? Я уверен. Да-да-да. Я уверен, я с тобой хожу, никто это не убьет. Бист, да, и тот, кто его дефол. Какой ко мне вопрос? Я с тобой, в кого вы ходите, я понять не могу. Ты со мной ходишь, поэтому никто не умер. Что, Лёш? В кого ходит бист? Давай ты будешь квесты делать. А где соль? Бист, в кого ходит? Он сейчас с Арком. Нет, я не хожу. Я хожу с белым, он всю игру просто бегает. Зарк, это я. Какую всю игру просто бегает? У меня три квеста есть еще. Вы можете кикнуть меня, потому что я в прошлом раунде сказал насчет размена. Если вы мне не верили. Но только кикнуть меня размен хотел белый, потому что он, сука, второй трейтер. Смотрите, логически думайте. У нас сейчас ни одного килла, значит, да. Трейтер остался один, это точно. Одного трейтера мы убрали, нас шестеро, нам нет смысла сейчас никого убирать, нам лучше проскипать на уверенности, доделать. Хорошо, до пусть за мной бист бегает. Хорошо, и можно замка. Разделиться, но ой, это будет духота, если мы разделимся на пару. Да, давайте убил. Да, давайте не делиться. Хуй уже строго, блядь, обосранные. Не делимся, каждый делает, что хочет. Да, каждый делает, что хочет, просто мы сейчас шестером а остаемся, мне делиться. Никого не кикаем и выполняем задание. Кто убьет, кто найдет, дальше будем думать. Красиво разложил, слышишь, медовый пиздобол, блядь. Думать особо не надо. Это у нас один такой хочет человек. Ну хорошо, давайте посмотрим, давайте посмотрим, блядь, слышишь? Было. Посмотрим за Генсухой, блядь. Да, что Вадя будет делать? У Вади, ребят, сегодня шоу будет, мы сегодня будем играть в своя игра, короче. Шоу, блядь. Ну хотя шоу, ты, конечно, не назовешь, блядь, ну своя игра просто, блядь. Зарк, ебать, подзалупница, блядь, говняная, блядь, говяжая, блядь. Диночка, блядь. И шалупонь. Крокодильку выдавали, блядь. Где труп? Неужели сейчас... Дай угадаю, где труп. Только что я репорт... Где труп? Ой, только что репорт нажал, можно он можно компьютерном не говори. Этой штуке. О, да ты что, только где что Wi-Fi? Выбегает тут белый. В каком компьютере? Где Wi-Fi? Чё? Ебать, без заблудился, пиздец, блядь. А, бля, не сжал, что шелупонь, бля. Смотрите, смотрите, такая штука, то, что я выполнял задание, у меня три задания было на щитке. Я их выполнил, а именно я выполнил вот эту крутилку самую правую, потом выполнил наверх ползунок потянул и выполнил загрузку своей ползунок, это ты ерта, бля, подгузник сраный, бля. Я не знаю, ползунок, откуда, справа, слева он бежал, но справа. Он забежал. Я видела, как вы вдвоем выбегали из электро. Я видела, как вы вдвоем выбегали из электро. Я стоял на карточках. Ну, я изначально зашел. Да, между нами с Наташей дверь закрылась. Да, да, да. Наташа тоже застройка, блядь, дверь закрывает частенько, начинает ебаться жестко, блядь, трахать друг друга в ноги. Стоял Алексей, Алексей, это правда? Докажи. Ой, блядь. Где ты был, Алексей? Хорошо, начнем с этого. Слава за ним выполнение. Теперь ты меня выполняешь. Мне просто было важно понять, то, сука, блядь, сказался трейтером, блядь. Да, я был, по-моему, я сначала забежал. Блядь, такой облом ебаный, блядь. Ой, Слав, мы тебя слышим. Леша, где? Я. Нихуя я себе, сначала блин. Забежал в медицинский центр, просканировался там и побежал на левую сторону. А, там у меня был квест, циферки 1, 2, 3, 4, ага. Это в реакторе. Блин. Я его еще миснул, я его миснул, этот квест. И тут прилетает репорт в этот момент. Я не успел сделать. Поэтому... Леш, а ты, наверное, если все это дело должен был с Наташей прям, по дороге подожди. Пересечься, нет? Не пересекся. Никого не видел. Я бежала один, через кафетерий забежала в этот, в карточку. Да просто Наташа поверху. Между нами с Наташей переходила. Поверху возвращалась. Без того, сейчас в скип мы голосуем. У меня больше подозрений в Алексея. Да что это за хуйня? Почему меня кидает шалупонь, блядь? Что я тебе сделал? Вас сделал сам. Ебаная шалупонь, блядь. Я не знаю. Ну, походу, ребят, мы сейчас проебем. Я говорю, остался. Когда вы просто строго увидели... Бля, когда я буду встречать трейтером, я, блядь, такой 300 IQ нахуй игру покажу, блядь. Угу. Ладно, поехали квесты выполнять. Оп. 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 Блядь. Нав. Нави, блядь. Хуя прикол, блядь. Как вчера, кстати, Нави сыграли, они выиграли?
Да ёбаный сыр, блядь, чё ж ты... Господи, за мной сейчас Алексей гонялся. Двери закрывались. Ебать, Диночка обосралась, бля. Почему-то двери я не могу. Леша, что за фигня? Так, ну все живые. Ебать, Диночка обосралась, бля, за попочкой ее гонялся. Алексей, бля, шел ног, ебать, старый, бля. Все, мы побежали с тобой налево, дверь перед нами закрылась. Тимпл вытянул, ну как обычно, блядь, ничего нового. Вы до сих пор не поняли то, что среди нас есть какой-то трейдер, неизвестно кто красный для кого, вот скажите, блядь, но при этом смотрите, блядь, шлюха, блядь. Гендиректор, блядь, геншлюшного, блядь, завода Наталья Генсуха, блядь, Скерникова, блядь, строго и выиграли 2-1, красавцы, блядь, мужики, нахуй, блядь. Понимаете, у них на цвет явный, его нужно 100% в баланс кидать. Блядь, это Генсуха, Ребята, смотрите, строго и бист был действительно разноцвет, смотрите, мы убрали строго, игра не проиграла. Играно, соответственно, это действительно был строго. Это означает, что Бист абсолютно мирный игрок, мирный участник. Вот Диночка молодец, почему? Блядь, здравый смысл, блядь, лучи света, блядь. Уже проиграли, потому блядь. Что если бы было два предателя, они бы сделали саботаж. Блядь, Геншлюха не может выиграть, блядь, это просто чисто гипотетически невозможно. Одного, если бы я был трейтером, второй бы трейтер тоже был на столе, мы бы там уже все въебали. То есть мы точно я можем нажал на кнопку, даже сейчас, я сейчас нажал на кнопку, блядь, когда все двери закрылись. Может, да Зарк просто, ребят, личинка, блядь, у него мозгов, блядь, в черепной коробке, блядь, примерно столько же, не знаю, сколько целлофана, блядь, в пакете, блядь. Один грамм, блядь. Если что, мне, ты, походу, третий трейтер, шелупонь, блядь, сделала килл и сама зарепортила, блядь. Блин, вот это я тоже ну, блин, я тоже больше начинаю Наташу или Алексея думать. Я говорю, я бежала. Когда КС, когда КС, думаю, завтра будет. Один, и забежала в карточку. Чуть-чуть разнообразие, блядь, так сказать. Там, да, с другой стороны шелупонь, она побежала мимо меня, я выбежал, двери закрылись. Да? Интересно, Лёш, а в прошлом кругу ты говорил, что не видел ее? Потому что в этом увидел, как можно в прошлом увидеть, а в этом что, не увидеть или что? Мы сейчас обсуждаем, короче, что было этого, блядь, когда это умер Тимур. Блядь, жалко, ебать, места топит, блядь, ебать, он ошибается, блядь. Не в ту дырочку сует, так сказать, блядь, это пиздец же, блядь. Сейчас я неправильно, блядь, поступал, блядь, чисто по-пацански, если, блядь, мыслить. Давай в доту, ой, блядь, дота, ребят, пиздец. Я с бестом бегаю, вы втроём. Стратегия, блядь, это ёбаная, блядь. Да не, ну хуй его знает, блядь, дота, конечно, можно припизнуть, блядь. Почему в Сочи не летишь, ребят? Ребят. Почему не делаете? Блять, хуй его знает, блядь, я не могу проконсультировать на эту тему, блядь, сложный вопрос, блядь. Наверное, потому что, когда я в Сочи, блядь, знаете, в таком приятном, блядь, месте, с хорошим климатом, с охуенной, блядь, атмосферой, мне нихуя не хочется делать, блядь, я сразу, блядь, становлюсь лентяем ебаным, блядь. Вот в чем вся проблема, понимаете? А тут мне вообще с кайфом сидишь, балдеешь, блядь. Там очень хорошая погода, она, блядь, знаете, она провоцирует тебя жестко отдыхать и дрочить. Вот и все, блядь. Теперь ты мне веришь, блядь? Ну да, теперь я уверен, что это либо Шелпань, либо Алексей, кто-то, только кто из них. Ебать, что у них разборки будут. 92-76 на реакторе на верхнем. Вадю разбанили, какой играй пар... с ним. МСК мотивирует, не то, что мотивирует, блядь, именно дом мотивирует, что я здесь живу, понимаешь? Что? Кто меня вот только что видел, когда я бежала во 2? А вот 3, ёпта, ты не бежала, когда устрица, блядь. Не бежала во 2, ты бежать. Ребят, мы можем спокойно еще один раунд играть и довыполнять задание, если честно. Я буду в шоу. Нет, заданий много, заданий немного. Но, типа, я... О, два. Ты меня уже два раза голосуешь. Типа, два раза, когда, а. Ну, типа, это шелупонь еще... получается. Слушай, Зарк, ну она в меня голосовала, когда ты в меня вкидывала. Она пыталась просто... Смысле, блядь? Ну, типа... Я просто не понимаю, я второй раз играю в игру. Да ты второй раз, мы уже играли. Просто я не понимаю. Зачем трудно, покупать себе за 350 рублей, если в чате есть паста за бесплатно, блядь? И потом Дина когда Fall Guys, ребят, плохая новость, блядь. Fall Guys кончался, блядь. Потом я перестала в тебя голосовать, все. Как начать стримить, ОБС скачать. Бля, ну остаешься, блядь, неужели это... Алексей просто так не обосит, я не знаю, типа, я не подавала... А кто побежал изначально с Диной? Мы находимся в центре карты. Сколько времени прошло перед репортом? Смотри, мы находимся в центре карты. Предположительно, Наташа с правой стороны, где это кресло... Сколько стоит? Времени прошло? Просто ответь на вопрос. Сколько прошло времени, когда ты ввел код и зарепортили труп? А, примерно секунд 5. Плюс-минус. Ты трейтер. Меньше, может, попался. Даже меньше, может, меньше. Пиздец. Ну, блять, ебать вы соски ебаные, блять. Вас что просто... Что вы делаете? Тихо-тихо-тихо. Вас, блять, Натаха обыграла! Да что тут уже, блять? Тихо, ничего не закончилось. Реально? Бля, что вы задания не делаете, я не понимаю. Ой. Кто умирает? Делайте задания, духи. А вот теперь закончилось, бля, уебаны, блядь, вас Атаха обыграла, блядь! Наташа, а ты не хотела саботаж нажимать? Бля... Я нажимала иногда саботаж, просто я с локтями, я ничего не могу нажать. Ты не нажал на кнопку, блядь, ну как так, нахуй? До сих пор был саботаж.
не портил трубку. Натаха обыграла, блядь. Это длинное задание у Наташи, это были не ногти. Она просто действительно слишком долго стояла. С ногтями тоже пиздец, как сложно. Мне не охуенная отмазка, что так долго делаешь? На, это ногти, блядь. Я же говорю, можно вдвоем типа остаться до сих пор и выполнить атаку. Найди мне замену. Нет, Дин, когда я тебе говорю, у нас есть замена, Дин. Мне тоже надо отойти. Ёб твою, блядь. А, все расходятся. Уже надо отойти. У нас есть замена? На минутку? Потому что я даже вперед иногда не могу, типа, долго задание, типа, быстро выйти из задания, типа, не могу. Можно в девятером одну найти. Ёпта, так у нас Диман еще съебывается. Слушай, Барка, Аня, что делать? Красава, Наташ. Бля, я даже сейчас на килл не могла нажать, я мышкой, короче, нажимала килл. Я напишу вот, может, она залезет. Давай. А ты, Сар, думал то, что она саботаж не врубит, да? А я не врубала почти саботаж. Это я врубил саботаж. Ебучий мягко. Че, я слышу, я Ариньян пишу. Я знал то, что она вряд ли врубит, я вижу то, что ты стоишь на кнопке, я понял то, что нужно саботаж врубать, чтобы ты просто отсосал, сынок. Как ты. То есть Наташа реально тогда саморепорт сделала на Алекса. Бля, Атаха, да. Это вообще легенда ебаная, блядь. Это просто пиздец, как что она утворяет. Я убила, никого не вижу рядом, такая, ну ладно. А я просто даже не знаю, как правильно, типа, вот ты тогда объяснила, я хотела, типа, без таки кать, я реально не знала, типа, я думаю, ну ладно, без таки кну. А потом как-то все сложилось на Алексея, и я такая, ну ладно, давайте на Алексея. Мне надо было, блядь, всю игру от белого, типа, хотя бы, что, ну, типа, чтобы он меня не кикал, а он все время топит меня и топит. Я, блядь, Арина заходит, слышишь, ребята, Арина заходит. А как ты понял так? У нас есть еще плюс, есть еще плюс. Ну, ты же рядом не был, типа как. А я был в той комнате. Ребят, есть еще плюс. Ну просто я спросил, где Алексей, он сказал слева. Ребят! Ну, блядь, из-за того, что... А, блядь, замучен нахуй. Он сказал, ребят! Что Арина начала ему не верить, я подумал, есть еще плюс, может быть. Я Арину позвал. Да, сейчас Таня зайдет вот. Ты балдеж. А, он уже... А у вас такой проблемы не было? Вы шляпки не можете скроллить вниз. А ее разбанили же, надеюсь? Да, конечно. У тебя нет скроллинга, что ты сказал? Да, это я. У тебя попробовал вертикальную синхронизацию включить? А что, подожди, что должно скроллиться? Что еще должно скроллиться? Яйца по твоему рту, блядь. Бля, братанчи, твои яички даже не почувствую, блядь, твоя икорка, блядь, баклажановая, иди нахуй. Я одна была, и вас 6 было просто, мне очень. Бля, ну так тебе не привыкать, слышь, а ты одна, блядь, их 6 нахуй. Членов, блядь, у твоего рта нахуй. Не, просто Слава говорит, если меня убьют, то это бис, я убиваю Славу, и все равно все в меня топят. Это такой, типа, ну ладно. Ну, бля, потому что, видишь, он увереннее был у него, как бы, блядь, ты как-то обосрана, блядь. Алло, Тань, привет. Алло, Тань, привет. Здравствуйте. Не, ну реально, слышь, без обид, я реально не видел, как ты уходил из камеры. Ребят, дайте черный цвет, пожалуйста. Я прям при тебе заебался. Бля, буду не видел, это пиздец. Ну бывает. Мог тебя поставить конкретно, блядь. Ну и все, обошлось, ну, жизнь такая штука. А там Димку не надо было убирать, потому что получалось, если бы 6 человек, то игра бы сейчас закончилась. Они сделали саботаж, плюс даблкил и все. А я просто за саботаж сработал, я смотрю, ты стоишь, блядь. Я смотрю, строго вылезает, думаю, блядь, Пиздюк этот говняный, блядь. Блядь, возвращайся, ты лежишь мертвый. И за хуй меня, слышь, за хуй меня цапнул сразу, блядь, диплодок этот нахуй. А чё, Арина заходит мне? Да еще тот факт, то, что я с самого начала не говорил, за то, что был, блядь, опять замучен и забыл размутиться. Ну ты долбоёб, блядь, я ебал. Тань, залезаешь? Я скинул тебе подход. Да, захожу. А сейчас Арине напишу, заходи, ДС. Слав, а Арина пойдет, как тебя вообще? Бля, смайл вообще охуенный, спасибо, Таня, погодно. Точно? Да, точно. Вон, ребят, если кому смайлики нужны, обращайтесь к Танюхе, блядь. А то не знаю, я как-то... Я у тебя подписку сейчас оформила, и как-то, не знаю, мне не нравится. Смайлики? Мне стрём, да. Почему? Не знаю, что-то в них вечно не то. Да нет, или я придираюсь. Художник, который недоволен работами своими, да? Вам не нравится, пацанам, вообще? Блин, да, кажется, пусть пацаны в чате скажут. Мне кажется, имба, все писали, что это имба вообще полная. Да, ну ладно. Ну, не знаю, как-то... Не, это балдёж вообще конкретный, блядь, ты чё? Не, в общем, если чё, пиши, переделаю. Ну, понятное дело, не, вообще охуенечко. Лучше, слышь, те доделай, которые скидывала ещё. Не, ну это без проблем. Я ещё этого доделала, сморка. Да, балдёж, то, что нужно. Сейчас скину тебе. А чё там Ариня заходит, ёбаная попка, блядь, лохматая, блядь? Да, Ариня зашла. Куда она зашла? В игру, блядь! Ты чё, смешной, нахуй? Нет, не зашла. Нет, не зашла, блядь. Зашла, игру запустила в стиме. Да? Да. Да? Да! Да! Нет. Это было сексуально. В смысле? Нет, у меня просто. Я просто голос осипший, отстаньте, я болею. Нет, я к тебе реально, когда я болею, у меня голос прям.
Все за мой голос говорят, когда я болею, блин. А знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы, знаешь, так лежал у себя в кровати ночью в спальне, и, знаешь, из вентиляции резко комоли выскочил, ты ебал меня в рот. Да, я просто мечтаю, что это произойдет, знаешь, и в этот момент все будут на камеры, знаешь, чтобы видели, как меня ебут, блядь. Прям очень грозно, прям, знаешь, он меня взял так за буки и начал трахать прям конкретно. Я потом подбежал, знаешь, в финал года и нажал репорт, нахуй. Ебанулся совсем, слава, блядь. Пиздак, затяни, нахуй. Я готова. Ариня! Привет. Привет. Здравствуйте. Привет, Арина. Арина, привет, залезай к нам. А кот какой? Вот какой, блядь? Ну, есть сибирский, есть персидский. Вот есть британский веслоухий. А можно сфинкса, пожалуйста? Можно сфинктер. А, ну ладно. Мы типа не они. Сам начинай, Слава, начинай. Запускай, Арин, привет. Привет. Привет, Арин. Привет. Хватит мне член уже давать. Я тебе хочу так у тебя в рот выебать, Лёх. Кого, Пчёлкина? Алексей. Ой, ребят, прошу прощения за эту грубость, блядь. С моей стороны очень некрасиво, искренне, блядь. Хватит мне члена говорить давать, блядь. Пиздю, блядь. Ну хотя какой пиздю, блядь. Да пожилая, блядь. Медовая устрица, блядь. Пишут, что Арина кот спалила, потому что никто зайти не может. Уже нет. Да, я спалила, но я прикрыла, но там, оказывается, как-то можно спалить. Бля, ей-богу, нахуй, чё... Блядь, не надо! Арин, привет. Ух, блядь. Ёбаный сыр, блядь. Алло. Наташа. Алло. Алло. А где убили-то? Бля, чуть не обосрался, мы в Вуд побежала нахуй, я от неё как, блядь, ебанул. Зак, может, ты по репорту скажешь что-то? Зак, может, что скажешь по репорту, блядь? Или ты сам припизнул, блядь? Я жду, пока они договорят. Давай, говори, Зак. Договорили? Давай, Зак. Вот, короче, я бежал на камеры, да, сразу, и начал ток выключаться, ебаный свет, ага. Да, и я побежал... Ебаный свет, блядь. И в коридоре, когда я бежал, видел труп, поэтому... А чей труп? Кто налево бежал? Первая пахла? Я бежал налево, Зарк. Я бежал. В управлении видела Беста, справа видела Вуд. Скажите, кто кого видел? И меня видела, наверное. Строго видела, да. Я вообще никого не видела, я разбиралась с кодом. Короче, кикаем Зарка, он один пиздобол. Нахуй ты с котом разбирался? Ты сам сказал, что... На мне кодовый замок. Самореп, самореп, гоуски, гоуски. Самореп. Гоуски, может, ходите со мной. Хорошо, поехали. Понимаете, никто ни Зарка не видел, ни Наташу, блядь. Так потому что я был на камерах, я вам сказал, блядь. А Наташа вообще здесь? А где был Наташа замучена? А Наташа замучена. Я изначально побежал на камеры. На мне кодовый замок. Где был труп? После камеры отключили свет, и я начал вниз бежать и увидел труп. Гегенце, уха, шелюха. Я им пробегал. Бегал в коридоре, нахуй, чё тут? Огромный дрот. Я бегаю с Бестом, мне похуй до конца игры. Кикай ему ебана. Чё, блядь, жёстким диском, нахуй? Да строго, блядь, проверяйте, нахуй. Соплечок говняный, блядь. Тан-тан-тан-тан-тан. Алло, здорово. Так, короче... Алло! Алло! Чё, поиграть? Нет, блядь, разговаривай. Марка после... А в смысле, дайте поиграть, а ты где? Короче, у меня есть охуенная теория, блядь. А, дочь говна, я ты? Я стоял, смотрел. Нет. Смотрел, где, блядь, находится кто? Там был человек на... Смотри, кто был слева на реакторах? Не я. Говорит, что выходит, походу. Смотри, значит, они отвечают, походу, мертвый. Я видел человека, который стоял, сука, на камерах, потом пошел реакторы, потом, сука, погас свет, а потом, сука, труп. Да ну нахуй! Да, кстати говоря, на камерах стояли, действительно. Это я на камерах стоял до того, как и свет начал гасить. Ты был на камерах, а ты точно не человек. Бля, мне зад не нравится, хуево! Да с чего я сказал, что стоит? Постойте, 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 постойте. Погодите, ЗАРКУ ЕБАНЕ. Завалились. Пошел на реактор. В чем логика? Я сказал вам то, что было, и я сказал, что я с Бестом до конца буду. Я сейчас с Бестом стоял. Да ты не будешь, я боюсь тебя, блядь. Не хочу я с тобой ходить. А, да? Ну да, почему ты не хочешь с тобой ходить? Потому что задание повыполняли. Сначала твои, потом мои. Никого не убивал. Ты убийца, ты убийца. Фул хуйня. У меня всего два вопроса. Я бегаю. Нахуй, Зарка! Да я не буду в прошлом раунде, где были Алексей и Бустер?
Бустер не в этом вопрос. Со мной. Ну, Алексей со мной стоял по центру. В прошлом раунде я скажу, что. Ну, здесь только Шарк остается, потому что всех остальных я видела в других местах справа. Я был на камерах. Все, Зарк. Отдыхай, Зарк, сперму, ты слабак, жуй, сперму, жуй. Пожуй, сухой сперма. Натикайте. Это я. Арина, ты был в центре, значит, Алексей был в центре, вот справа Бист в карточке строго скидывал листья. Ладно, короче, мы сказали. А окей, я чисто ёбнул и сам репорт на первом раунде кинул. Ебать логика. Да. Улетел нахуй, слышишь, блядь? Пиздюк, блядь. Листочек кленовый, нахуй, иди. Завались нахуй. Жуй сперму, блядь, слышишь, огрызок, блядь. Яблочный, блядь. Оп. Меня сейчас придут убьют, проверяйте. Если меня сейчас не убьют, то у меня, блядь, жопа дырявая, блядь. Просто, блядь, дырочка, блядь, решето нахуй. Все, меня пиздец. Все, я сдох. Блядь, что с моими глазами, блядь? О. Кто сейчас выйдет оттуда? Вот. Ага. Пароль неверный. Покушай спермы. Это Алексей, бля, буду. Нахуй заходит второй раз на электричество. Ну тебе пиздец. Попался, ебал даже, блядь. Оп. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Пароль неверный. Покушай спермы. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я, не дома, бэйби. Бамбок, ааа, не смогу. Ебать, меня пиздюка сканировал, бля, конкретно, блядь. Нормалёк, ебать, слышно, сканере, блядь. Какой же пароль? А че, свет сегодня никто не будет рубать, да, вообще? Шлюха ёбаная! Прошу прощения, блядь, смайлики хорошие. Почему никто не ходит чинить свет, блин? Я сходил, бля, починил, да. Нахуй, заебись, блядь. На карточку, бля, переведите, да, наличка, оплатите, блядь. Биса, почему ты за мной не ездил? Бистеренко, блядь, свой рот ебал. У меня есть... Нет, не подозревал, хотел... У меня не было кнопки. Пиздец, блядь. У меня не было кнопки, но я хотел сказать информацию, потому что... А у меня вопрос для Вуд. Как вы идете через двери, Вуд? В смысле, через... Кто такая Вуд? Ну, дверь открылась, а вы... Это Таня Вуд. Я её недавно узнаю, это она просто мне смайлики делала. А, нет, это баг, ну, типа, от пинги зависит. Таня, слушай, а почему ты тусовалась на вентиляции в управлении? Я зашла... Это Вуд думал, шут. Я не на вентиляции, шут, это я, блядь! Я посмотрела в админку, и потом пошла через тебя карточку проводить. Ебанём с тобой карточку, блядь. У меня лего, блядь, выпало, охуевшая. Короче, скипаем, походу, да? Да вы скипаем, блядь. Не знаю, не знаю, подождите. Ты голосовал за предыдущий, или ты скипал? Почему скип? Кто предлагал? Я сама наделала, поэтому не пошла. Я уже хозяйка выскочила. А как мы можем скипнуть? У нас 6 человек осталось. Сейчас, подожди, еще один вопрос, Алексей. Окнул, Алексей, блядь, кто бустер окнул? Как вы оказались в электричестве, почему пробежали сверху? Как я оказался в электричестве, почему? Ну, вы... Снова я напиваюсь, выбежали из снова говорю, пошел, пока! И дело к высты без света, ну... Я, Алексей, только что видел управление. Да, нахуй, блядь. Я, во-первых, в управлении нет, сделал два кода. Нет, когда свет первый раз выключался, когда первый раз. Когда свет выключался первый раз, я был сверху из стороны, через левую сторону, пробежал вниз, именно там я увидел Вуд, когда закрылись двери, она у меня погаюзнулась и пролетела. Тело через двери и через низ я прошел дальше. Человек, дальше я зашел, соответственно, в электрошнек, который ко мне крайне, блядь, снисходительно отходится, я понимаю. Я оттуда вышел и когда шел дальше. Когда она обволокит меня своей пиздой, я чувствую себя лучшее место на земле. Согласна, надо на кнопку нажимать. Я видел справа, блядь, получается. Короче, кто за что чипсики, блядь? Делать я вообще не голосовал. Чипсики, что ли? Но мне кодовый замок...
Какой же пароль? Че и посеки. Ой, а, ну я говорил, Петя, спасибо за сапку. Ну и как бы хорошему человеку лишний раз сказать не впадло, блин. Спасибо тебе, родненький, блядь, за то, что субскрипцию, блядь, оформил уже на 17 ёбаных месяцев, блядь. 17 ёбаных месяцев, блядь. Ух, блядь, ну, а, это мой плак состоит. Ебать мой луша, блядь, на свет байте под залупник, блядь. Чешуя, блядь, слоновья, блядь, кость ёбаная, блядь. Так, что еще мы делаем? Блядь, вот, блядь, пиздец, блядь, вот хитрая, блядь. Пароль неверный. Попейте спермы. Оп, халявка ебаная. Так, ну я все выполнил, блин. На мне кодовый замок. Какой же пароль? Я хочу сосать вкусные члены. Бля. Ну-ка, дай-ка я тогда, блядь, послежу за Вуд, нахуй, что он себе позволяет там, блядь. Пароль неверный. Покушай первый. Бля, опять свет, опять этот ёбаный байт, нахуй, смотри. Снова я напиваюсь. Блять, опять то же самое, ёбаный сыр, блять. Нам просто задротка зашла, блять. Это пиздец, друзья, блять. Ребята, это полный пиздец. Рассказывай. Ну, я понял, кто это. Я был на камерах. Короче, ко мне забегает бист в эту, и у меня справа, короче, люк открывается и закрывается в этом медпункте. Скорее всего, это бист. В медпункте. Он забегал, я по камерам видел, как он забежал ко мне. И, короче, как у Савайлюшка, как у Савайлюшка. Если ты видел на камеру, как он забежал к тебе, значит, это точно не он. А теперь я видел, я зашел к нему в камеру, открыл камеру. Он забегает ко мне, я понял, что он, скорее всего, меня хочет убить. Я спрятался в угол и вижу справа, как люк закрывается, ну, справа от меня в этом медпункте. Детектив Кокосенко, как у Савайлюшка, инспектора, блядь, полиции. Я зашел к нему, встал на камеру, он из комнаты не убегал. Он не вставал на камеру ни разу. Я встал на камеру, я когда засебался. Это бист. Мы друг это на друга... Нет, это блядь, либо это ты... Я к себе видел, как он мимо меня пробежал медицинский, так что не знаю. Я тебя типа, тоже видела. Сначала съела была. Если ты мирный, блядь, ёбаный ты просто стоял на камеру всё время. Ебаный сыр, игра набирает, блядь. Даже что под конец. Не знаю, я видел, как... Плохие обороты, блядь. А, там ведь стоп, подождите. Подождите, а по люкам можно во все люки типа телепортировать? Эти уёбки запутали. Нет, нет. Нет. Медицинка, камеры, электро. Связаны три люка. Я видел, блядь, курю, ты не галят. Я к тебе забежал, я стал... Учитывая, что... Учитывая, что строго... Учитывая, что строго весь этот раунд стоял на камерах, я ему верю, например. Что я видел, как он на камерах... Нет, я видел, как он на камерах стоял. То есть ты считаешь, что второго мафа... Сколько весишь, блядь, соточку где-то. Ну да. Нет, я, кстати говоря, вот по поводу Зарка, я... Я сама могу сказать, что я... Снова я напиваю. Нет, я не про это. Я уверена, что Зарк был, да? Но я про них спрашивала 5 раз, поэтому я вообще... Какой рост у тебя? 2 метра 2 сантиметра? Нет. Причем 2 сантиметра, это не за... Нет, я просто сказала, что я тебя видела. Я против тебя ничего не говорила. Я просто сказала, что я тебя видела. Снова я напиваюсь. Квесты, господа. Все выполнено. Алексей, блядь, спасибо за вашу заботу, ебать. Лобковая кость, блядь, Алексея Пчелкина, блядь. Блять, вот просто всех перехуярило, блядь, на электричестве, блядь. Все, просто мы толпой не бегаем, блядь, на электричестве. Ебаная попа, блядь. Кстати, это охуенная тема, тоже так делать, блядь. Просто хуяришь электричество своей сзади, блядь, и потом бац! И все, пиздец, блядь. Оп, вот такая пришла, постояла, хоп, в дырочку, блядь, спрыгнула, смотрите. И опять просто по той же рабочей методике, блядь. Один за одним, блядь, просто пацаны падают, бедолаги, блядь. Оп, сейчас она выпрыгнет, смотрите. А где она? У меня там что, застряла, блядь? Братик, я застряла, блядь, братик! Смотри. Оп, сейчас вот ебать. Добро пожаловать, блядь. Тан-та-дан, та-та-та-тан, та-тан, 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 та-та-та-тан, та-тан, та-та-тан, та-та-та-тан, та-та-та-тан, та-та-та-тан. Ебать, Диночка, что-то... Блядь, Дина, не иди, тебя там нахуй сожрут, тебе, блядь, откусят головку, блядь. А где Вуд-то, бля, там заблудилась, что ли? Реально застряла, бля. Братик, помоги мне, застряла, блядь. Ёп, братик, ёп. Ой, спасибо тебе за помощь. Да, Дова.
А это я проголосовал. А чего за мной ходили? Так, короче, Биста убили. Да, я предлагаю. Сырные сарики, ненавижу. Ненавижу, сука. Меня ненавижу, блядь! Потому что мы втроем бегали. Потому что мы втроем бегали. Мы втроем бегали с Алексеем. Учитывая, что у нас. Дина починила свет. И что? Сама сделала? Сама саботаж сама починила? А еще, наверное, я два саммерепорта, да, строго до этого делала. И свою вторую мапу Зарка я тоже вывела, но чтобы просто мне посложнее было. Я нуб, ну, короче, кто больше играет, думайте сами. Ну, мы бегали с Вут и Алексеем, не знаю. Ну, мы реально втроем бегали. Ну, давайте вспоминайте, когда вы разделялись, кто отделялся. Когда я починила свет, ко мне на свет прибегали первый Алексей, потом еще Вут и строго тоже, да. Ну, Вут, я бы не сказал, что он прибегал. Алексей, а ты на кнопку сейчас нажал, ты не на труп нажал, да? Да, я не на труп нажал, я нажал на кнопку. У кого квесты остались, расскажите. У меня ничего нет. Что, Лёш? У меня ноль квестов. Призраки, может, не сделали. А, ну получается, у нас у всех выполнены квесты. Господа, при... Время 19:58. Алло, блядь, иди рекламу, стрим запускай позже, это не проблема, Вадима, блядь, имей уважение. Не знаю, сейчас, конечно, было бы логично, Димики, потому что мы втроём бегали. Начнём нахуй с первача, блядь, естественно, блядь. Не, просто сейчас лучше не рисковать. Не, ну по факту, если... Танюш, просто я сегодня тоже так смотрела. Если вторую мафа вывела, значит... Иди там секундомер, блядь. Нет, просто на данный момент в этом раунде ты вела себя подозрительно, скажем так. Но. Но мы лучше вообще сейчас никого не кикать и просто... Где-то побазарили, блин. Угу. Мы бегаем вчетвером, призраки делают квесты. Да, давайте в скип, короче, для меня... Давайте, да, по-любому. Вот этот разговор закончился, ёбаный сыр, блядь. Мафия, ну, давайте скип и посмотрим. Ух, ёптвы, блядь. Не, мы можем на два разделиться, не знаю. Но я напиваюсь. Да не, в смысле, мы стоим у стола. Мы стоим сейчас у стола, ходим, делаем саботажи. У нас же все доделано, Тань. Зачем там делиться-то, а? Что будешь делать, это пиксель-баттли? Честно, хуй его знает, блядь. Мне пиксель-баттл не особо, как бы, никогда не симпатизировал, блядь. Дина, то есть, типа, ну, пиксель-баттл и пиксель-баттл, блядь, хуй его знает. Вам нравится пиксель-баттл? По мне, какая-то, блядь, душная хуйня. Какие-то точечки, блядь, нажимать ебаные. Когда он начнется, блядь? Сделайте квесты, я вас богом молю. Призраки, вы не делаете их вообще. Когда, блядь? Спасибо. В октябре, блядь, ну слава богу, можно еще поиграть, будет нормально наиграться, блядь, до тех, до, так сказать, до того времени, блядь. Так. Блядь, шелупой стоит лысая, блядь. Снова я напиваюсь. Пароль неверный. Опа, нихуя себе, блядь, вот так прикол, ёб твою, блядь. Дин, ты где была? Понятно. Да тут вокруг стола бегала. Какие фрукты любишь, кроме ананаса? Кокос, блядь. Кокосик, блядь, еще люблю, ну, если честно. Я думаю, блядь, что это игра с тобой. Все. От меня зависит по ходу выбор, да? Хоть раз жизнь что-то зависит от стола. Я побежала налево. Да я просто кокос это орех, кокос не орех, кокос человек, блядь. Пытаться разделить вот это все, так что для этого у меня подозрения в Таню были. Не, а почему в меня? Ну, почему давайте, девочки, спорьте, не, просто понимаешь, не, Дин, девочки, смотри, в чем ерунда. Постоянно ерунда. Я оказывалась в толпе в другой стране, где был труп, так что это по-любому, ну, не я. Вот другие предыдущие раунды вспомни. Я была постоянно, ходила в другой стране, и я никак не была связана с трупами вообще. Но это если вот мое алиби взять, например, да? А что у нас вообще есть по строго или по тебе? Вот давайте вот просто вот каждый свое вот алиби, так скажем, озвучит. Я сказал. Ты маф? Да. Подожди, а что за история у нас была с Бестом и строго в камерах? Что там дело кончилось? А что там было? А, строго стоял на камерах. Да, строго стоял весь раунд на камерах. Ну, потому что строго... Да, то, что строго стоял на камерах, я его видела. Ага, а, ну все в порядке тогда со строго. Ну, Таня, это ты для меня остаешься. Ну, или я буду аплодировать стою строго. Таня, ты против кого? Не знаю, а почему я? Лучше стоя на тарелочках, Дина. Ну, смотри, строго, я тебя видела, а Дина мне в прошлом раунде под этим сильно показалась. Я против Дины, потому что... Теперь мой, да, голос? Для меня красный. Быстрее, быстрее! Решающий. Блять! Строго ты, ну как можно, ёб твою, ну строго, блять! Легчайше. Танечка, тебя польстила, что ли, блять? Ну ё ты, она тебе мозги запудрила, блять! Ну ты кукол, блять! Аня, легчайшая. Блять! Ой, все. Ну ёб твою, блять.
Ну ё ну, твою. Я не помню, смотри. Ну, я говорил, что это Вуд, скорее всего, голосую в нее. Меня убивает после этого, и ты потом в Дину топишь. Да, ну, блядь, дядь, на нее просто внимания никто не обращал, она всегда одна бегала. Я тебя убила, потому что тебе было удобно убить. Так что я в смысле выбрасываю. Мы с Алексеем бегали и ей. Я верил строго, я верил Дине, а тебе нет. Спасибо вам, что пришли. Я пошел. Ты пошел? Да, оставайся. Я пошел нахуй. Не надо уходить. Да пошел ты нахуй, да. Давайте, я вас в рот ебал, давай, пиздюки, блядь. Давай, спасибо тебе. Если давай, яйца чей возьму в рот, значит, ты Дины, блядь. Пошел нахуй отсюда, с их жердочки съебался, блядь. Вору, давай, что ты ебаный, блядь. Иди нахуй отсюда, хлопенью ебаная, блядь, тебя в рот ебал. Ну я так и писал, блядь. Что там, девятером сбегаем быстро? У вас левый чел зашел, если что, слышишь? Да пошлите играть. Там какой-то дамаск. Да, лучше выйти. Бля, кожу спалили, бля, точно. Да-да-да, будьте осторожны, ребят, я вам так скажу, бля. Леопольд. Пошел в пизду, блядь. Все, давай, Слава, пока. Давай-давай, откуси, слышь, от хуя лакомный кусочек, блядь, комочек, блядь. Базарузир. Мне было приятно тебя убивать. Да тебе приятно было, я смотрю, всех убивать. Пиздец ты, бля, всех крошила, блядь, по одной и той же методике, бля. Электричество нажало, бля, и у каждого чекушка отлетает. Это я нажимал, все. Нет, да, это он нажимал. Он зачем-то еще двери закрывал, прям вообще не в тему. Но за электричество спасибо, кстати, да. Это просто пиздец, блядь, я тебе честно скажу, я же охуел. У меня, блядь, пиздачело порвало нахуй в таких кондиций, блядь. Не, Зар там помогал светом этим хорошо. Ребят, последний вопрос к вам, типа, на мне кодовый замок. Какой же пароль? P-O-S-H-L-I-N-A-H-E. Пароль неверный. Пизду пошел. Слава. Пароль верный, блядь. Завали ты пароль ебучку неверный. Уже. Бля, Зарка, ебать, ты клевер ебаный, блядь. Тебя что, нахуй, с грядки сорвать, пиздюк ты сраный, блядь. Ебальник, сейчас завали свой нахуй. Сорви, огрызок, сорви, блядь, опёнок, блядь, ёпта. Я, блядь, я грибник, чему блядь, ты опёнок, ёпта. Агрессия? Иди нахуй, маслёнок, блядь, иди в пизду, блядь. К чему это агрессия? Иди нахуй, жопу понюхай, блядь. Дрозд, блядь. Жопу, слышишь? Ебучий, ебальничек свой завали, слышишь, под залупник, блядь. Кальмара, блядь, ебаный, блядь. Это агрессия. Какая агрессия, блядь? Мою сторону. Какую сторону, блядь? Мою. Не свою. А в чью? Не в чью. Агрессии не существует, блядь. И кринжа тоже, блядь. Кринж существует. Кринжа не существует, блядь. Кринжа не существует. Ученые тебе доказали то, что существует. Тебе удачи, братик, спасибо большое. Нет, без проблем, блядь. Можно ее быстренько на раз-два обоссать. Крупно, бустера, да, да, спасибо. На мне кодовый замок. Где теперь, каждый месяц брать деньги на сапку на тебя? А вот, блядь, вопрос философский. Надо, чтобы у тебя смайлики заказывали. Срока, хочешь у нее смайлики заказать? Ебать ты крыса ебаная, блядь. Ебать ты уебан, блядь. Я думал, это только с виду такой неприятный чел, а ты еще и внутри уебан, блядь. Да вы точно. Я, блин, нажал на нее в дискорде, я немного подумал, охренел немножко, когда нажал. Почему? Смайлики заказывали. Ну, зайди, ты знаешь, в дискорд. Вань, пошли в дискорд. Так она еще здесь, блядь. Так некрасиво так говорили. Да, вообще. Говорит, нажал на нее, блядь. В третьем лице говорит о человеке, который здесь присутствует, нормально? Киви, конечно, вопрос. Что за люди некультурные, какой это кошмар. Это быдло, блядь, кокосовая стружка. Поэтому у него секса не будет до 100 лет, нахуй. Тоже не отвечаю. Спасибо. Кокос, я же научил, когда подкатывать девочкам, блядь. Пацаны, данный промокод дает 5% к пополнению депозиту, блядь. Салон воспитает, они месяц будут жить. Блядь, кого там Ликс воспитает, блядь, это послушник, блядь. Он сам никого ломать не может, блядь. Слышно, пенсионеров. Эй, давай, нахуй, тупой на меня, блядь. Давай, давай, я тебе скажу, работаю с тычкой. Кого ты там работаешь, блядь, слышишь, блядь, доходяга ебучая, блядь, блядь. Костыля, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Доходяга. В пизду, иди отсюда, немощный, блядь. Голодный, блядь, край, блядь. Иди нахуй отсюда. Пизду съебался, блядь. Ебало, вольни. А то чё, нахуй, шампиньон, блядь, я в рот выебили, блядь. А то ничего, я прошу просто. Чё ты уволен? Чё, ну, всем хорошего вечера. Давай, Дин. Дина, а скажи честно, к тебе Дима подкатывал? Спасибо тебе. Нет. Вообще никогда? Нет. А он тебя звал как-то просто вот в ресторан посидеть? Ну, мы после стрима с ним сидели, но это была такая светская беседа. Да, Дина, светская беседа. В ресторан. А ножка на коленке была у нее? Точнее, ручка на коленке. Ножка. Слава, мы просто друзья, товарищи и коллеги. Знаю я таких людей. Все, слилось, слилось! Она предатель, блядь! На мне кодовый замок. Какой же пароль? D-I-M-E-A плюс D-I-I-N-A. Плюс надо было разделить на 4 буквы. На 5. Да пошел нахуй. А? На 4. Не знаю, блядь. Я хочу, чтобы мои друзья были счастливы. Гулять, пиздец. Блядь, не ходите гулять, у него просто воняет спермой.
Иди, серьезно. Я сейчас просто свободен только до двух, и все. Только до двух, потом у него жесткая ёбка анальная, блядь. А потом я чисто ложусь спать. Иди поспи, злой. Злой, хочешь поспать в моей мопке? А он волосатый? Ну, для тебя он может быть волосатым. Так нахуй мне твоя пустыня, блядь. Я тебе ебанулся, у меня пиздец, блядь, тропики, нахуй. Ты там, блядь, утонешь, как будто, блядь, в джунглях заблудишься, блядь, слышишь, Тарзан, блядь. Охуеешь, блядь. Ты у меня, слышишь, откажусь. Блядь, самые охуенные, ну, типа, времена были, когда у меня, типа, омертвевшую кожу, блядь, от яиц отковыривало, блядь. Моих лохматых. Вот это, блядь, были реально. Заебал, приятного аппетита, пеннис, блядь. Давай, братан, сиди тоже приятного аппетита, блядь. Еще самые охуенные времена были, помнишь, когда ты у меня подзлобный творог, блядь, на хлеб намазывал, блядь. Я так не понимаю, это, блядь, повязка смелости дает или что? Или КСГ фейл, блядь. Не, братанчик, это большие яйца дают смелости, блядь. Ты меня тоже пойми ровно, блядь. Тебе это, хотя как меня поймешь, блядь, своими нахуй этими, блядь, перепелиными, блядь. Шариками, блядь. Че ты мне скинешь, блядь? Два пикселя нахуй свои. Ты че, на пиксель батл, блядь, своими пикселями собрался, еб. Ну да, батл, судя по тому, что вы вдвоем спорите, пиксель батл будет, согласен. Бля, братанчик, завали свою ебучку, бля, слышишь? Твой рот, бля, создан не для того, чтобы говорить, бля, но чтобы сосать нахуй. Так что выполняй, бля, свою прямую обязанность, бля. Зарк — это единственный человек, который по образованию учился, он сосать учился, бля, так и работает, вкалывает, бля, до сих пор нахуй. Зарку чисто, знаешь, как еду дают, бля, вот так, снизу дверей такая рамочка, если ему так вот так закидывают, похлебку туда нахуй. Причем, слышишь, кости доеденные от собак, ебать, дворовых, бля. Давайте, давайте вдвоем затимтесь, пиксель батл свой, продолжайте меня, не трогайте нахуй. Лица хватит, чтобы тебя забороть, ёпта, блядь. Зарк, когда-нибудь по лицу получали в жизни? Конечно. Да? А за что? И, видимо, ничего не сместилось, да, блядь? И давал сам. И сами давали, а за что? Да. За что давали, Зарк? Ну, я не знаю, я знаю только одно, то, что Зарк в лицо получал хуй жирный, блядь. Да ты в лицо мой пердёж получал, и что, блядь, я ж не говорю, блядь. Блядь, какой ты пердёж, как ароматный, блядь, дезодорант, ёпта. Ну, тебе виднее. Мне нравится он. Базару зиру могу. Ты охуенный пердёж, блядь. Не, ну ещё ты не сможешь делать, тебе надо мне покушать, а для этого нужны деньги, блядь, слышишь? Хуйло ты ёбаная, блядь. Вот так и они и жили, блядь. Слава, вот. Ты в Сочи поедешь? Убрал. Ну так они и жили, бля, мои яйца и рот Зарка, блядь. Дружно, тесно, блядь. В Сочи поедешь, Слава? Не, брат, не поеду. Почему? Ну это слишком человая атмосфера, блядь, не хочу человая. Сейчас только начинаю опять каждый день стримить, блядь, знаешь, только, так сказать, нужное, блядь, русло возвращаюсь. Согласен. Нахуй оно мне надо? Там постоянно, блядь, отдых жесткий, знаешь, там, блядь, блаженство внеземное, блядь. Нахуй оно мне надо, дядь? Отдохну в старости, блядь. Я не пернул, если что, телефон. Ну диван отдыхает сейчас старость. Ну, диван отдыхает, естественно, логично, почему так и тянет, понимаешь? Это старшая тема, как хочется на гамаке, мне кажется, ну, покататься, блядь, понимаете? Посидеть на кресло-качалке, блядь, попить просто чайку вечерком около прекрасного лазурного берега моря. Это те самые времена. Извиняюсь. Будь здоров, старичок. Будь... А ты так пердел, слышишь, жужжание? Да и это не я. Да ты, блядь. Да нет. Да ты, ебать. Нет. Ты. Алексей, только вы так можете сделать. Алексей, так, только давай. Вы можете жужжать жопой, блядь. Давай не поддай. Алексей, вы звучите как гелик, блядь, я 63 МЖ, ебать. У вас такой бархатистый выхлоп, блядь, пердёж жёсткий прям. Ну, тебе же нравится. Мне очень нравится. Ну, честно, иногда я просыпаюсь с мыслью о том, что меня ужалит пчела в жопу. Вот и пчела, кто сейчас с нами в Дискорде, блядь. Слава, ты же послал посыл в космос. Все, это сбудется. Я очень хочу, чтобы меня пчела просто ужалила в задницу, бля, хорошенько. Надо просто... отправить наших дам на шопинг и... А мы займемся жопингом. Именно, да. Совсем ебанулся, Чижик. Базар, как вообще смотришь, что тебе на щеки нас рублят? Вообще положительно, если честно. Мне кажется, балдежная хуйня такая. Ну знаешь, такая тёмная. Бля, просто прыгать по носикам, тебе залить, как будто нутелла ебать. Ты как бутерброд, бля, будет. Ты тогда бы этого в тарелку нахуяри, я себе маску сделаю для лица и чистишь. Ебать халява, слышь, разуваю, бля, просто обуваю, блядь, контору, блядь. Да. Так, ладненько, мне давно уже пора, поэтому я пойду лечиться. Да, 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 давай, спасибо давай. Спасибо за игру. После диалога, да, потому что послушала, пора ли полечиться. Да, 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 да. Не, ну, психику. Не, слушай, ну просветилось, типа, все, можно теперь отдыхать здесь. Мы тут только высокие темы затрагиваем, только пенисы, блядь. Ну вот, у меня его нет, поэтому... Причем, знаешь, Но Слава тоже редко затрагивает. Ну, вы бы хотели? Я редко затрагиваю, чаще вставляю тебе в рот, ебать. Ротиком затрагивает. Бля, куда ты летишь за лупой, ебаная, бешеная, бля, белка, блядь. Иди нахуй, ёпта, орехи мои грязи, блядь. Опять пошел пиксель батл лучело, блядь. Какой пиксель батл, не болезнь, завали, слышишь, бля, утка свои для поноса, блядь. Свои пиксели расчехляете, у кого больше пикселей, блядь. Ебать, жусь перемоту, блядь, сыть засошу, ёпта, блядь. Да давай, попизди. Суспензия, блядь. Кто-то тебя по-любому зовет, братан. Блять. Что? Сколько я ставил-то? Что можно? Warzone, go завтра.
Не спел! Согласен. Warzone. Warzone как военная зона? Я сейчас арму третью скачал и... Красавчик, ебать, тебе делать вообще нехуй. Пойду ебашить, дядь. А можно я пойду ебашить твои яйца ртом? Ты в арму знаешь, какой арма, брат? Я знаю, что я играл в DayZ, блядь. Знаешь DayZ? Ай, блядь, понятно. Школьник. DayZ тоже топ. DayZ фулл имба, какой нахуй школьник, блядь? Я арма 3, да. Я взрослый мужик, блядь. Арма 3 такое дерьмо. Так на моде АХС, блядь? АХС красавчик, блядь. Вы не понимаете, наверное, да, нихуя? Бля, братанчик, я вообще все понимаю, бля, в любом вопросе, блядь. Я не понимаю, можешь объяснить, зло? Короче, это мод повышенным реализмом и Америка против Раша. И типа замес, маленькая карта, понял? И вся карта открыта, и ты типа... Ну а там, слышишь, там боевые действия, ты балдежный или как вообще? Открой, я, ты такой звук, пизда! Battle Royale, злой. Что? Battle Royale, королевский рояль. Это, короче, здорово. Есть небольшая территория, и вы должны командой ее удерживать. Слышь, Марк, я тебе хотел кое-что передать. Да, братан. Марк, может быть, ты пошел нахуй. Не-не, я не хотел, ну, блядь. Вообще другое. Я опередил? Ну давай, давай. Не, я вообще хотел сказать то, что Зарк вас нахуй послал, сказал, что вас в рот ебал просто. Кого, нет, кого? Да, тебя, Марк. Нет, я не говорил такого. Лав! Что? Лава! Да-да. Марк, Марк, мы же с тобой друзья, ты же понимаешь, как был. Это карма мгновенная, дядь. Какой нахуй один, блядь? Запиздёшь правильно, блядь, минус. Блядь, закрой свой ебал, слышишь, что тебе твою дудку нахуй с термой залью, ёпта, охуеешь, блядь. Ты флейту, блядь, тоненькую, ёпта, блядь, кожаную, блядь. Выпердыш, ёбаный, блядь. О! Хе-хе-хе! Извини. Да ничего, блядь, слышишь. Че по планам после стрима? Пацаны, пацаны, к вам очень важный вопрос. Что пиздачи? Панамера или AMG GT Mercedes? Четырёхдверный. Ну что, тебе хватит денег, блядь? Бля, братан, мне хватит денег точно, ты в жопу, ёпта, у меня мелочь в кармане завалялась, блядь. Твоя дешманка ебаная, блядь. AMG. AMG, блядь. Так звучит, AMG для пацанов. Это я для друзей скидки делаю, вот и дешманка не пиздит. Блядь, братанчик, твоя жопа, это пиздец, блядь, благотворительный фонд, ебать. Бесплатно, все даром, ёпта, блядь. В школе расскажешь такую историю, блядь, одноклассники поржутся второго боя, блан. Братанчик, какой нахуй второй боя, блядь? Второй боя ты как раз нахуй на лоб тебе набрызгал, блядь, ёпта. Из кулера своего, ёпта. Из кулера, блядь. Пиздюк ты ёбаный, блядь. Алло. Здорово, мы тут просвещаемся с вами. Привет. Ебать, МГ разъебало. Зарк сказал, что ты хуйня, Ань. Короче, я же планирую на Ютуб быстренько заснять там где-то 5 обзоров с машинами, которые мне нравятся. Ну, прям вот. Одну из них выбрать и свою разыграть. Подкрутишь? Естественно. Ты свою машину разыграешь? Давай я тебе куплю. Подкрути. Давай. Мне. Почем? Сколько ты в него въебал уже бабла? 2200 тебе продам. 2200 продашь? Да. Давай. Реально? Да, меня будут все хейтить то, что розыгрыша-то не будет по итогу. Но я могу купить, потому что я рассматривал такой вариант, типа Audi тоже смотрел, а пятую. Чела 2 ляма, миллионер, бля. Слабо, у меня нету он дрочил денег. На твою машину. А реально? Да, да, у тебя хуйная тачка. Бля, как же ты ему ещё льстишь, пиздец. Откуда вы берете такие деньги? 2 миллиона на машину. Братанчик, ты не в том месте попкой барыжил. У меня 1000 рублей на киви, я уже счастливый самый на планете. Не, Слав, я ещё без шуток говорю. 21? Давай спишемся потом. Давай, давай. Нихуя себе, блядь. Чисто машину на стриме продал. А? В Тольятти повезешь? Да, блядь, ну, а можно, так можно... Да, поехали в Тольятти, реально, слышишь? Так это не проблема. Ну, сгоди в Тольятти, слышишь, заодно этих, затусим, блядь, этих лохов. А, да, давай поедем, реально. В смысле? А вот так вот, блядь! А вот так вот, нахуй! Давайте еще бабок подниму. Пацаны, промокод водите. Бля, братан, боюсь, что твоя карета не доедет, ебаная дырявая, блядь. Твоя бричка пропуканная, блядь, слышь, гнилая, блядь. За что? За что? За то, за все хорошее, блядь. Алексей, вы пердели, блядь, во время Мункас, нахуй. Что так поздаришь, там? Вы, блядь, не Алексей, блядь! За что? Ты видел его Volkswagen пропуканный, нормально выглядит? Да, блядь, подключением, блядь, в интернет долбоёб, не Volkswagen, блядь. Так какого года машина? А что у него? 2017. А у меня 18-го. Ну она у меня в эксплуатации, блядь, с 18-го, алло, тоже, блядь. А на 17-м салоне стояла, блядь. Едем на двух тачках, на твою продаем, на моей. Едем на двух, приедем на моей, на одной, нахуй. Пусть он заглохнет там на середине дороги, блядь, на эвакуаторе, блядь, повезем его, нахуй. Давай. Братан, какой у тебя пробег? 35 тысяч. Вообще хуйня. Вообще хуйня, да. А у машины? Хороший, блядь. Что можно сказать? Первая залетела, слышишь, блядь? Нормально. Первая залетела, ебать. Мои поздравления. Слышал лунку, блядь. Как хуйки заползать, бля, в рот так же, блядь. Хотел сказать часто, блядь. Ну, шутки-то не часто залетают, блядь. Пошел нахуй тогда.
Приезжайте, мы вас ждем. Да, на моей машине желательно приезжайте. А у тебя какая машина сейчас? У меня? Да. У меня Ford, братан, 3. Дядь, ебать, апгрейд будет. Такая разница огромная будет, пиздец. Пиздец вообще. Это вообще пиздец было. 900, по-моему, Лёш. 12 часов ехать. Да. Расстояние. Ну, как я понял, Слава на тросике тебя потащит. 989. Ну, я сказал 900. Да, я честно говорю, на тросе очень тащит. Лучше такую хуйню просто бросить на дороге, блядь. Её всё равно никто не спиздит, блядь. Какая ты ЧСВшная. Блядь, я говорю, Слава вообще ЧСВшная. Деньги меняют людей, деньги меняют людей. Какое чувство? Он нас ниже ставит. Алексей открытой машины оставляет на шоссе, блядь. Приходит, там просто бомжи веселятся, блядь, понял? Костер развели, ебать. Вот мы с тобой вдвоем туда поедем, а вернешься ты один, только пешком. А я на кареточке. Кареточка. Я там MGGT заберу, слышишь? Кого ты там заберешь? Слава, ты чё хочешь брать? Бля, я хочу Mercedes MGGT. Бери с Panamera, даже не сравниваю, дядь, бери лучше его. Именно 63-й. Да, да, да. То есть, блядь, ну просто 53-й нет смысла брать. Я уж хочу купить, знаешь, тебе лучшую машину вот из лучших, блядь. Охуеть, придумал. Валя запустил, ребят? Нет. Чё, нахуел, блядь? Где, кстати, Валя, блядь? Ну, он сказал, что он опоздает, блядь, я поэтому и... Можно было ещё ёбать кашку. Мацан, данные промокод, ебать, активируйте, блядь. Даю, знаете сколько, блядь, 5%, блядь, пополнение, ебать. Даже те, кто, блядь, не собирается, не планирует играть, просто по-братски перейдите по ссылочке, нажмите на кошелек, вот совите бустер, блядь. Ну и все будет, блядь, прекрасно. Кто, Вадя, нахуй, совсем обленился, блядь? Вася месяц не стримил. Бля, я думаю, может вывести вот эту хуйню? $700 все-таки, блин. А чипсики будут? Покажи. Чипсики, блин, ты хочешь они чипсики? Были уже, по-моему. Я хочу чипсики. А ты хочешь меня трахнуть, бля, товарищ? Я хочу трахнуть тебя в чипсиках. Бля, я хочу, чтобы мы все измазались спермой, бля, и валили, бля, боролись с тобой, знаешь. Бля, я так хочу тебя ебать, ты у меня такой лакомный, бля. Бля, я просто 100 лет ничего не выводил, бля. Мне кажется, сейчас... А что у тебя все блюрит, дядь? Как ты так сделал? Где? Где? У тебя на сайте блюрит ник и все блюрит. А, там такая функция есть. Стримера, брат. Я специально просил, ты специально добавили. Настройки нажми шестеренку. Бля, много телок пишут, не хотят, чтобы я их трахнул. У меня кодовый замок. Какой же пароль? О, балдёж, спасибо, пацаны, что перешли по ссылочке, бля, не поленились, блядь, реально вообще. Че, запустил? Я пока не встал. Не врубал? Я пока не врубал. Сиди, работай, Слав. Так все, уже поработал, бля. О, врубил, все, балдёж. Так, тогда выдаю вам, пацаны, промик, блядь, как обещал. Да, бля, просто с первого, знаете, бывает, как ты сопли в горле, так такая пленочка покрывается. А я правильно понимаю, что ты на сайт привел 79 тысяч человек? Совершенно верно. Ты видел, как у него на Dragon Money висят эти... Баланс 23 тысячи, Алексей, бонусный. Алексей, ходи $23,000. Давай сюда! Так заработайте их, нахуй! Со мной я же постоянно, суки, джакузи! Вот сразу, всем пью, ебай. А он может вывести их? А ты же пропаду, давай. Конечно, он просто не хочет. Так, ну вроде, в принципе, и все, сейчас я эту выведу, блядь. Ну, чтобы вывести-то, блядь. Короче, ладно, это я уже сам разберусь потом, пацаны. Короче, отдельное, блядь, спасибо, ребят. Да, я как у Литвина хотел Мерседес. Отдельное, ребят, спасибо всем, кто посетил данное потоковое вещание, ребят. Всех я обнимаю, блядь, сердечку прижимаю, здоровья желаю, блядь, и желаю вам, блядь, конкретного благополучия, развития, блядь, в любой сфере, за которую вы возьметесь. Главное, прикладывайте для этого усилия, блядь, обязательно добьетесь успеха, блядь. Я вам серьезно говорю, любой труд, блядь, он оценивается, блядь, и оплачивается, блядь. Нужно просто подождать время. Главное, искренне стараться идти к своей цели, блядь. Ну и жопу мыть тоже, естественно. Вот. Мылся? И все, собственно. Нет? По тебе видно. А ты мыл? По твоему лицу видно, блядь, потому что я у тебя жопой на лице сидел, хуйло ты ебаная, блядь. На мне кодовый замок. Какой же пароль? R-E-E-D-E-V-L-O-N-U. Ха-ха-ха. Б-Б.